периода Камакура и в литературе, и в живописи появляется новый предмет воспевания – воинство. Все же по мере прохождения веков враждебное отношение к традиционным видам искусства сменилось однозначным уважением, и на протяжении смутных столетий враждовавшие феодалы – показали своей их поддержкой, что опорные каноны японской культуры остаются непоколебимыми. Их все надежнее предохраняли за счет обособленности и даже культурного высокомерия, подтвержденных поражением монголов, предпринявших вторжение на японские острова. Новый воинственный элемент, к тому же, добавился в японскую культуру на протяжении веков войны а происходил он в известной степени из критики откровенного декаденства придворных кругов, но позже смешался с их традициями. Он питался феодальным идеалом лояльности и самоотверженного служения господину, воинскими идеалами благочиния и аскетизма, а также возникающей из них эстетикой. Одним из его отличительных выражений служило ответвление буддизма, называющаяся дзен, по-японски и чань по-китайски. Постепенно появлялся сплав стиля высокой родовой знати с аскетической доблестью воина-самурая, пронизывавшей всю японскую жизнь вплоть до нынешнего дня. Буддизм тоже оставил видимый ориентир на японском пейзаже. В его храмах и величественных статуях самого Будды в целом самыми плодотворными из всех периодов развития японской культуры были периоды анархии, так как тогда в Японии появилась величайшая пейзажная живопись, в высшей степени искусное пейзажное озеленение и искусство расположения цветов, а также и театр драмы «Но». Беззаконие этих веков в конкретных сферах – могло причинить серьезный социально-экономический ущерб. Так уж издавна повелось, что подавляющее большинство японцев принадлежало к крестьянам. Они могли переживать ужасные страдания из-за деспота господина, от набегов разбойников или армии наемных слуг, проходивших по их полям из враждебной вотчины. Однако такая потрава посевов бедствия национального масштаба не достигала. В XVI веке свидетельством имевшихся тогда существенных ресурсов стал мощный рост в сфере строительства замков. Длительное время наблюдалось наращивание объема обращения монет медной чеканки, товары японского экспорта, особенно изящные образцы мечей искусных японских мастеров, начали появляться на рынках Китая и Юго-Восточной Азии. К 1600 году численность населения Японии оценивается приблизительно 18 миллионов человек. Одновременный медленный рост численности этого населения потребовалось 5 веков для его увеличения в три с лишним раза, и его существенная городская часть – объяснялись последовательным совершенствованием сельского хозяйства, которое позволяло справляться с затратами на междоусобицу, а также с беззаконием. Экономическое положение в Японии можно назвать здоровым. Рано или поздно европейцы должны были прибыть на таинственные японские острова, чтобы больше узнать о народе, способном изготавливать такие красивые вещи. Первыми из них приплыли португальцы, сошедшие на японский берег с борта китайских судов примерно в 1543 году. Через несколько лет на своих судах прибыли представители некоторых других европейских стран. Как раз складывалась весьма многообещающая ситуация. В Японии фактически отсутствовало центральное правительство, способное заняться регулированием общения с иностранцами, и многие южные феодалы сами питали большой интерес к внешней торговле. Один из таких феодалов в 1570 году – Открыл для новых гостей тогда еще небольшую деревеньку под названием Нагасаки. Этот дворянин был ревностным христианином и к тому времени уже построил там церковь. В 1549 году прибыл первый христианский миссионер, вошедший в историю как святой Франциск Ксаверий. Без малого сорок лет спустя деятельность португальских миссионеров запретили. Ситуация, однако, изменилась настолько, что в силу этот запрет вступил не сразу. Среди прочих вещей, принесенных португальцами в Японию, следует отдельно отметить новые продовольственные сельскохозяйственные культуры происхождением из Америки. Батат, кукурузу, сахарный тростник. К тому же они привезли с собой мушкеты. Японцы в скором времени научились их изготавливать сами. Новый вид оружия сыграл важную роль в прекращении баронских войн в феодальной Японии, точно так же, как те же мушкеты положили конец баронским войнам в средневековой Европе. Этому поспособствовало появление на японских островах блистательного деятеля – в лице мудрого, но низкородного по происхождению воина-диктатора Тойотоми Хидеоси. На смену Хидеоси пришел преданный делу его соратник из рода Токугава. В 1603 году он восстановил и присвоил себе старинный титул Сёгуна, а также открыл период японской истории, известный как период Эдо, который продлился до революционного изменения в 1868 году. Но сам по себе это был период творческого расцвета, на протяжении которого Япония значительно изменилась. Во времена Сёгуната Токугава за два с половиной столетия японский император проник даже за кулисы имперской политики и надежно утвердился в них. Двор уступил свои позиции без сопротивления. Опорой Сёгунату теперь служила военная верхушка империи. Сами Сёгуны — перестали служить исключительно влиятельными феодалами, превратились в первую очередь в наследных принцев и только во вторую очередь стали исполнять долг предводителей сословной общественной системы, над которой они осуществляли власть наместников от имени императора и по его поручению. Такой режим назвали «бакуфу». Первоначально полевая ставка командующего армией «сёгуна» — Затем с переходом Сёгуна в качестве неофициального военного диктатора страны он фактически представлял правительство. Положение «Квит про Куо» обеспечил Иеясу. Этот первый Сёгун клана Токугава выпустил распоряжение и предоставил гарантию финансовой поддержки императору. Ключом к японской политической структуре служила мощь самого клана Токугава. По происхождению Иеясу относился к весьма скромному сословию, но к середине XVII века его клану принадлежало около одной четверти лесоводческих угодий Японии. Японские феодалы фактически превратились в вассалов клана Токугава, связанных с ним многочисленными нитями. Для обозначения такой системы даже придумали понятие «централизованный феодализм» не все средневековые феодалы или дайме налаживались с сюгунами одинаковые связи. Кто-то из них находился в прямой зависимости, так как числился вассалом с наследственной принадлежностью семье Токугава. Кто-то установил отношения через брачные узы, покровительство или общее дело. Остальные, не заслужившие надежного доверия, сформировали внешнюю категорию подчиненных семей. Но все они находились под тщательным наблюдением. Феодалы поочередно жили при дворе Сёгуна или в своих имениях. Когда они пребывали в своих имениях, их семьи находились в Эдо, нынешнем Токио, на положении потенциальных заложников Сёгуна в его столице. Ниже феодалов на сословной лестнице – общество четко и легально делилось на потомственные сословия, и предохранение такой структуры считалось главной задачей режима. К благородным самураям относились феодалы с их слугами, воины-правители, возвышавшиеся над обществом и задававшие ему тон, как это делали чиновники-аристократы Китая. Они ориентировались на суровый милитаристский идеал, символом которого служили два меча, которые они постоянно носили при себе и которые имели право применить в отношении простолюдинов, решившихся на проявление непочтительности. Их моральным кодексом чести под названием «Бусидо» прежде всего предусматривалось безоговорочное подчинение самурая его господину. Изначальная привязанность слуг к земле – фактически ушла в прошлое к XVII веку, и с тех пор они жили в поселениях при замках своих господ. К остальным сословиям относились земледельцы, ремесленники и купцы, стоявшие на низшей ступени социальной иерархии из-за паразитического характера их занятия, самонадеянный дух купца, зародившийся в Европе, в Японии появиться не мог – несмотря на всю оживленность японской торговли, поскольку предназначением всей японской общественной системы провозглашалось поддержание стабильности, подданным решительно навязывалось тщательное исполнение своего долга и ограничение потребностей. Хидейоси лично надзирал за выполнением задачи по изъятию из свободного оборота боевых мечей цель которой состояла в конфискации такого оружия у тех, кому его не полагалось иметь, то есть у низшего сословия. При всей несправедливости данной меры ее оправдывало предназначение – установление должного порядка в обществе. Власти Японии всеми силами налаживали порядок, а общество, соответственно, стало придавать особое значение категориям, его обеспечивающим – знанию своего места в обществе, дисциплине, преемственности, пониманию всех тонкостей своего дела, беспредельному терпению. В своих лучших проявлениях он остается одним из самых наглядных достижений человеческого общества. Одним из уязвимых мест этой системы считается ложное предположение о надежной обособленности Японии от внешнего мира, вследствие чего существовала эффективная изоляция от прямых внешних побуждений к переменам. Долгое время японское общество не могло избавиться от опасности скатывания в состояние внутренней анархии. В XVII веке японские острова кишели недовольными даймё и неприкаянными мастерами владения мечом. Но к тому времени с европейцами пришла еще одна бесспорная внешняя опасность. Они уже привезли в Японию заморские товары, которые еще громко аукнутся японцам. Самыми заметными среди них следует упомянуть огнестрельное оружие, мощное пробивное воздействие на общество которого намного превысило разрушительное действие на объекты поражения и христианство. К данному завозному вероисповеданию поначалу отнеслись терпимо и даже поощряли его как нечто заманчивое для заморских купцов. В начале XVII века пропорция японских христиан среди населения в целом была больше, чем когда-либо еще с тех пор. В скором времени их количество оценивалось в полмиллиона с лишним человек. Однако такое положение дел продолжалось недолго христианство всегда располагало большим подрывным потенциалом. Как только эта истина дошла до рассудка правителей Японии, начались яростные гонения на христиан. Они стоили не только тысяч жизней японских мучеников, которых убивали с особой жестокостью, но и сокращение торговли с Европой практически до нуля. Англичане убрались по добру, по здорову, и испанцев в 1620-х годах на японских островах не осталось. После точно такого же изгнания португальцев, их правитель в 1640 году опрометчиво направил в Японию посольство, чтобы как-то утрясти недоразумение. Почти всех его участников убили. Японцам запретили поездки за границу или возвращение на острова, если они находились за морем, под запретом оказалось и строительство крупных судов. Только через голландцев, пообещавших отказаться от обращения японцев в свое вероисповедание и продемонстрировавших готовность на символический поступок растоптания креста, с тех пор продолжалось ничтожное общение Японии с Европой. Им разрешили открыть факторию на небольшом острове в заливе Нагасаки. После этого реальная опасность того, что заморские гости смогут оседлать внутреннее недовольство населения Японии, ушла вместе с гостями. Но тут проявились новые трудности. В сложившихся в спокойных условиях периода Эдо, японские войны утратили свои профессиональные навыки. Слуги из сословия Самураев прохлаждались без дела в поселениях при замках своих господ. Их досуг изредка прерывался торжественными шествиями, в отживших свое доспехах, когда они сопровождали феодала в поездке в Эдо. Когда в XIX веке европейцы вернулись на японские острова с современным для того периода истории оружием, японским воинам нечего было им противопоставить с технической точки зрения. Предвидеть такое развитие событий никто по большому счету не мог. И другого результата от существования всеобщего мира, в котором процветала внутренняя торговля, появиться тоже не могло. Японская система хозяйствования попала в прямую зависимость от наличных денег. Старинные отношения из-за этого ослабли, зато появились новые источники социальных стрессов. С переходом на оплату товаров и услуг наличными деньгами, феодалам приходилось распродавать большую часть поступавшего в виде подати риса, который служил им средством существования, ведь рисом они расплачивались за посещение столицы. Одновременно рыночные отношения охватили всю территорию государства. Больше всего повезло купцам. У некоторых из них в скором времени появились свободные деньги, чтобы сужать их правителям постепенно росла зависимость воинов от ростовщиков. Наряду с нехваткой наличных денег, те же правители иногда страдали от своей неспособности справиться с экономическими изменениями и пережить их социальные последствия. Если хозяин не платил слуге наличными, тот легко мог покинуть его и продать свою преданность другому господину, более состоятельному продолжался рост городов и поселков, и к 1700 году в Осаке и Киото насчитывалось по 300 с лишним тысяч жителей, а в Эдо тогда проживало до 800 тысяч человек. Такой рост должны были сопровождать прочие перемены. Колебания цен на рынке риса японских городов послужили обострению враждебного отношения к состоятельным посредникам-поставщикам этого товара. Здесь перед нами вырастает великий парадокс Японии периода Токугава. В то время как его правители постепенно начинали демонстрировать все меньше способности к решению встающих перед ними задач традиционными методами, те же задачи возникали в силу фундаментального факта в виде экономического роста, который в исторической перспективе теперь становится доминирующей темой их эпохи. В период правления клана Токугава наблюдалось стремительное развитие производительных сил Японии. Между 1600 и 1850 годами сельскохозяйственное производство удвоилось, тогда как численность населения увеличилась меньше чем наполовину. Так как режим оставался прежним, и у его правителей отсутствовали навыки присвоения свалившегося на них нового богатства, оно оставалось внутри общества в виде сбережений для капиталовложений теми, кто видел для них возможности или шло на повышение уровня жизни многих японцев. Не утихают споры по поводу объяснения того, что послужило успешным шагом к самоподдерживающемуся экономическому росту, который наблюдался пока только в одной Европе. Некоторые факты роста выглядят очевидными и затрагивались выше – преимущество в виде морских просторов вокруг Японии, которые не смогли преодолеть иноземные захватчики, такие как степные кочевники, снова и снова грабившие создатели общественного блага в странах материковой Азии. Собственный так называемый период Эдо тогдашнего Сёгуната, когда удалось покончить с феодальными междуусобицами, тоже можно причислить к благотворным факторам. Затем появляются радикальное усовершенствование сельского хозяйства, возникшее на основе интенсивного землепользования, капиталовложений в орошении почв и внедрения новых зерновых культур, завезенных из Америки португальцами. Но в этом пункте нашего исследования уже затрагиваются взаимосвязанные факторы. Совершенствование сельского хозяйства стало возможным потому, что превратилось в доходное дело для производителя, а стало оно доходным потому, что образовались определенные социально-политические условия. После принужденного переселения знати с ее домочадцами в Эдо, не только рис появился на рынке, так как знати потребовались наличные деньги, но и открылся новый огромный городской рынок в столице, нуждавшийся одновременно в трудовых ресурсах, что обеспечивало занятость населения, и в товарах, которые становилось все выгоднее производить. Территориальная производственная специализация в изготовлении текстильной продукции, например, во многом происходила в соответствии с различиями в сфере продовольственного снабжения. Большая часть японского промышленного производства и кустарного промысла, как и в Европе на заре промышленной революции, сосредоточивалась в сельских районах. Помощь оказывало еще и правительство. В начальные годы Сегуната оно организовало широкое внедрение орошения, а также стандартизацию мер веса и валюты. Но при всех его стремлениях к регулированию общества, правительство Бакуфу в конце могло предпочесть экономический рост, так как он не предполагал появление новых центров власти. Вместо абсолютной монархии – японское общество стало напоминать систему властного равновесия великих феодалов, способную к самовоспроизведению до тех пор, пока не появлялся иноземный захватчик, посягнувший на нее. В результате она не могла преградить путь экономическому росту и послужить изъятию ресурсов у производителей, умевших с пользой для дела их применить. Разумеется, доля национального дохода экономически квазипаразитирующего сословия самураев фактически подверглась сокращению, зато для производителей увеличилась. Было высказано предположение о том, что к 1800 году доход на душу населения и продолжительность жизни японцев по большому счету не отличались от таких же показателей у их британских современников. Все это во многом маскировалось большим количеством поверхностных, но бросающихся в глаза особенностей эпохи Токугава. Что-то, конечно же, представлялось важным, но на несколько ином уровне. Невиданное благополучие городов послужило появлению спроса на печатные книги и цветные ксилографии, которыми позже будут восхищаться европейские художники. Горожане стали первыми зрителями нового театра «Кабуки», Однако при всем великолепии, в достижениях на самом глубоком экономическом уровне, пусть не всегда сознательно, не совсем ясно смогла бы сохраниться система Токугава намного дольше, даже без возникновения новой угрозы со стороны европейцев в XIX веке. Ближе к завершению периода Эдо появились поводы для беспокойства. Японские интеллектуалы начали ощущать, что так или иначе обособленность предохранила их империю от посягательств из Европы, но к тому же она оставалась отрезанной от событий в Азии. Они были правы. В Японии уже состоялась ее уникальная историческая судьба, и это будет означать, что японцам предстоит встречать европейцев совсем не так, как их встречали подданные маньчжурских или могольских императоров. Глава восьмая. Отстоящие миры. История Африки и Америки развивалась в ритме совершенно отличном от ритмов, наблюдавшихся на остальных континентах. Конечно же, отличие не так касалось Африки, как Америки, которую от остальных континентов отделяли океаны, через которые осуществлялись только мимолетные контакты. Африканцы, наоборот, населяли континент, большая часть которого подвергалась постепенной исламизации. И в течение долгого времени жители, по крайней мере, периферийной Африки, общались с первыми арабскими, а затем европейскими купцами. Со временем такое общение приобретало все большую важность, хотя не послужило полному вовлечению Африки в общий европейский поток истории до конца XIX века. С учетом такой обособленности, в сочетании с тем, что практически вся информация о судьбе африканских и американских народов черпается из археологических находок, прояснение их истории превращается в дело весьма непростое. Африканская история до момента появления на континенте европейских купцов и геологов представляется по большому счету делом внутренней динамики, разглядеть которую не получается, но напрашивается предположение о том, что огромную роль в ней сыграло многократное переселение народов. До наших дней дошло много легенд о переселении народов, причем всегда речь идет о движении людских масс с севера на юг и на запад. В каждом случае – ученым приходится оценивать конкретную легенду в ее контексте, а также в сравнении со ссылками на египетских летописей, с рассказами путешественников, археологическими открытиями, а теперь и результатами исследований ДНК. Но общая тенденция такова, что буквально поражает воображение. Обогащение и развитие африканской культуры – сначала происходило на севере, а на юге этот процесс начался значительно позже. При этом важным оказалось переселение народов Банту из их изначальной родины у основания Гвинейского залива примерно туда, где теперь проходит Камерунско-Нигерийская граница. Около двух-трех тысяч лет назад они начали расходиться во все стороны – вероятно, гонимые резким изменением климата в районе их проживания. Большое преимущество состояло в том, что они уже владели приемами выплавки железа, за счет чего оставили далеко позади в развитии остальные племенные группы. Около X века нашей эры они достигли южных областей Африканского континента и, насколько мы можем судить, носители языка банту превратились в преобладающие группы населения повсюду, где обосновались. Приблизительно одна треть всех африканцев сегодня говорит на одном из 500 наречий языка банту, которые эти переселенцы оставили им. Новый старт истории Африки дало образование королевства Куш, обнаружены связи его с Египтом пятому веку до нашей эры кушиты утратили власть над Египтом и снова отступили к своей столице городу Мероэ, находящемуся на юге, но впереди еще были века процветания их культуры. Из Египта они могли принести с собой иероглифическую письменность и богатую культуру, представлявшую собой африканско-средиземноморский коктейль, получившей впоследствии распространение в Восточной и Центральной Африке. Состав их государства представляется весьма сложным. Ведущую роль при дворе и в мирные и в военные времена играли королевы-матери, кандакии. Одна из них по имени Аманирена дважды наносила поражение римским легионам в Египте, и возвратилась в захваченной виде трофея головой статуи Августа, которую закопали под порогом храма в Мероэ, чтобы кушиты каждый день попирали голову римского императора. По своей сути, Куш числился торговым царством на пути одновременно в Центральную Африку и на север. Его главными экспортными товарами считались золото и рабы, и оно до IV века нашей эры являло собой богатое по любым стандартам место. Можно предположить, что величайшая перемена, связанная с широким внедрением изделий из кованого железа, коснулась земледелия. Они позволяли с новой силой вторгаться в жизнь лесов и качественнее обрабатывать почву. В обработке почвы стоит привязать поступление в начале христианской эпохи из Азии новых зерновых продовольственных культур. В связи со всем этим произошло очередное переселение народов и прирост населения. Участки, удобные для охоты и собирательства, поделили между собой появившиеся там пастухи и земледельцы, которых можно обнаружить уже около V века нашей эры, практически во всей Восточной и Юго-Восточной Африке, на территории современной Зимбабве и Трансвааля. Однако настоящим плугом те африканцы еще не обладали. Возможно, причина этого заключается в отсутствии на большей части континента к югу от Египта скота, достаточно стойкого к африканским болезням, чтобы потянуть тот же плуг. Зато плуги прижились в Эфиопии – тому же там существовали все условия для массового разведения домашнего скота, и в доказательство этого можно привести приручение лошади в самые старинные времена. Лошадей разводили для верховой езды на территории Южной Сахары. Тут появляется повод для предположения относительно окружающей среды, фактора который был решающим для Африки и судьбы ее обитателей – Вся история этого континента, по большому счету, представляет собой хронику реакции на воздействие извне. Поступление изделий из железа и новых зерновых культур с Ближнего Востока, из Южной Азии, Индонезии и Америки, паровые машины и медицинские препараты из Европы XIX века, иноземные изобретения, послужили постепенному переходу к попыткам жителей Африки поставить природу континента себе на службу. Без них африканский юг Сахары выглядит практически инертным под огромным гнетом особенностей географии, климата и болезней, причем болезни часто играют решающую роль. Вся жизнь здесь, за некоторыми исключениями, по большей части была связана с с подсечно-переложным земледелием, без попыток перехода к интенсивному. Такое положение дел являло собой положительную реакцию на сложные природные условия и могло обеспечить не больше, чем медленный прирост населения. Не додумались жители Южной Африки до изобретения колеса, поэтому отстали в применении транспорта, мучном помоле и изготовлении глиняной посуды. К северу от экватора складывалась совсем иная картина. Кушитскую историю еще предстоит по большому счету открывать, так как на текущий момент проведены археологические раскопки совсем немногих их крупных городов. Всем известно, что в IV веке нашей эры царство Куш подверглось завоеванию Эфиопов. Тогда Эфиопы стали единственным в своем роде народом, императоры которого претендовали на родство с Соломоном, и на протяжении многих веков эфиопы оставались единственным христианским народом в Африке за пределами Египта. В христианство их обратили копты в конце IV века. В то время они все еще общались с представителями классического средиземноморского мира. Однако в результате исламских вторжений в Египет между ними и среднеземноморскими землями возникла преграда, просуществовавшая на протяжении многих веков, в течение которых эфиопы, фактически отрезанные от Рима или Византия, боролись за выживание с язычниками и мусульманами. Этот народ, родной язык которого называется Амхарским, Единственный в Африке владел грамотой и не принадлежал к исламской вере. Еще одним регионом в Африке, где утвердилось христианство, был Римский Север. Здесь носителями этого вероисповедания было энергичное, пусть даже и меньшинство, населения. Непреодолимостью расхождений среди представителей разных подходов и преследованием донатистов как еретиков можно объяснить слабость христиан, когда пришли арабские завоеватели, им пришлось иметь дело с исламом. Христианство в арабских государствах Африки заглохло везде, кроме Египта. Ислам тогда, как и теперь, пользуется широчайшей поддержкой населения стран Африки. Принесенный арабами завоевателями в XI веке ислам распространился вплоть до территории Нигера и Западной Африки. Таким образом, основную информацию об африканских, не владеющих грамотой, обществах, простиравшихся на территории Судана и Сахары после ухода в прошлое царство Куш, можно найти только в арабских источниках. Эти сообщества часто специализировались на торговле, и их с полным на то основанием можно отнести к категории городов-государств. Самым известным из них числится Тимбукту, обнищавший к тому времени, когда европейцы наконец-то до него добрались. Зато в XV веке, в составе империи Сонгай, он считался достаточно важным городом, так как в нем находилось заведение, описанное как исламский университет. Политика и экономика в Африке переплелись точно так же, как в любой части мира. И неудивительно, что древние царства Африки должны были появиться и процветать в конце важных торговых путей, где находились достаточные для того средства. Купцы всегда предпочитали политическую стабильность. Еще одно африканское государство, упомянутое в древнейших летописях арабов, носило название, позже унаследованное современной страной Гана. Его происхождение остается загадкой, но можно предположить, что появилось оно в русле утверждения своего превосходства в конце дохристианской эпохи народом, обладавшим такими новшествами того времени, как железное оружие и верховые лошади. Как бы то ни было, Гана, упомянутая арабскими летописцами и географами в восьмом веке нашей эры, к моменту появления этих упоминаний уже представляло собой мощное королевство. Максимальная площадь древней Ганы охватила область около 800 квадратных километров, ограниченную на юге верхним течением рек Нигер и Сенегал, а с севера ее защищала пустыня Сахара. Арабы называли Гану страной золота. Золото поступало с верховий Сенегала и из Ашанти, а перевозили его арабские купцы по тропам, ведущим через Сахару или Египет, Средиземноморье, где им стимулировали европейскую торговлю. Таким образом, Африка какое-то время оказывала положительное влияние на окружавший ее мир. Среди наиболее важных товаров, которыми шла торговля через Сахару, следует упомянуть соль и рабов. Крах Ганы наступил на рубеже XII и XIII веков. Ее закат сопровождался возвышением королевства Мали, богатство правителя которого вызвало сенсацию, когда он в 1307 году совершил хадж в Мекку. Название этого королевства тоже перешло современному африканскому государству. В начале XIV века Мали по площади было еще больше Ганы. Оно занимало весь бассейн реки Сенегал и уходило внутрь материка от побережья почти на 1600 километров. Золотой век Мали пришелся на период значительного расширения торговли золотыми слитками по сравнению с теми объемами, которые были у ганцев. Сообщается, что правитель Мали – держал в своих конюшнях 10 тысяч лошадей. Данная империя распалась в период династических войн, пришедшихся на конец XIV века, и окончательно погибла после поражения, нанесенного ей марокканцами. В некоторых случаях в арабских летописях говорится об африканских дворах, в состав которых входили владевшие грамотой люди но дошедших до наших дней документов на местных языках не сохранилось. И нам не дано хоть что-то узнать об этих народах. Совершенно ясно, что они оставались язычниками в то время, как их правители принадлежали исламскому миру. Можно предположить, что причиной распада Ганы послужил разлад, вызванный обращением в ислам. Из арабских летописей становится очевидным, что исламский культ связывался с правителем государств Судана и Сахары, но при этом требовалось еще приспособить к нему традиционную практику языческого прошлого. Как на заре христианства в Европе пришлось мириться с подобным наследием. Общественные обычаи тоже не всегда адаптировались к исламу. Арабские летописцы выражали бескомпромиссное осуждение публичной ноготы малийских девушек пришедшая на смену Мали империя Сонгай, представляется одним из немногих исключений среди африканских королевств, информация до колониальной поры о которых отсутствует. Сонгай представляла собой мусульманскую империю, простиравшуюся от Атлантического побережья до Северной Нигерии. Как и многие другие африканские государства ее времени, она была торговой империей, монополия на торговлю солью и торговые пути через Сахару принесли ей богатство, обеспечили расширение территории и повышение статуса. Многочисленные купцы и художники прибывали в столицу Гао и центр торговли Тимбукту со всех концов Западной и Центральной Африки, и ее художественное влияние надолго пережило крах Сонгай, пришедшийся на конец XVI века в центры изобразительного искусства, превратились еще два африканских королевства, простиравшиеся дальше на юг, Бенин и Ифе. Бенин, расположенный на побережье нынешней Нигерии, просуществовал до XIX века, и его мастера произвели бронзовые настенные декоративные диски и головы в натуральную величину, а также скульптуры из железа и слоновой кости. В королевстве Йоруба Западной Нигерии под названием Ифе, искусство которого считается древнее искусство Бенина, достигшего пика своего развития в XI веке, трудились мастера натуралистической скульптуры из бронзы, камня и терракоты. К тому же, там сложилась богатая устная культура сказителей, и возникла своя музыкальная традиция по-прежнему до настоящего времени влияющие на стили всего региона некоторые народности банту говорящие на языке который арабы назвали суахили от арабского слова означающего побережье основали города на восточных африканских побережьях которые были связаны с королевствами внутри континента произошло это еще до наступления восьмого века нашей эры когда арабы начали селиться в этих городах и строить при них порты, те же арабы назвали данную область землей Занзасов, от которых позже появилось название страны Занзибар. И они говорили, что ее народы ценили железо выше золота. Напрашивается предположение о том, что у этих государств существовали своего рода торговые отношения с Азией, даже до прибытия туда арабов. Кто служил им посредниками, сказать нельзя, но ими могли быть индонезийцы, как и те, кто колонизировал Мадагаскар. Африканцы располагали золотом и железом, чтобы предлагать их в любом количестве, и они к тому же начали возделывание новых зерновых культур из Азии, таких как гвоздичное дерево и бананы. Даже приблизительную картину функционирования этих государств Трудно себе представить. Никакой монархии в африканских государствах еще не привелось. Зато их единственной особенностью можно назвать широкое распространение верховенства семейных связей. В их организации должны были получить отражение потребности конкретной окружающей среды и возможности, предусматривавшиеся конкретными ресурсами. Все-таки королевская власть распространилась там повсеместно. Опять же, самые старинные признаки этого явления просматриваются на севере Африки, где-то в районе нынешней Нигерии, то есть в Ифе и Бенине. К XV веку существовали королевства в районе Великих Восточных озер, и до нас доходят слухи о королевстве Конго, образовавшемся в нижнем течении реки Конго. Признаков существования организации такого масштаба отыскивается совсем немного и в подавляющем большинстве африканских государств долгое время не могли произвести бюрократизированную администрацию или регулярные армии, полномочия королей должны были ограничиваться не только обычаем и следованием традиции, но и отсутствием ресурсов, без которых нельзя было требовать от людей преданности сверхсвязей, предполагавшихся кровным родством и личными заслугами. Несомненно, что это означало Приходящую и скоротечную природу многих таких государств в кавычках к нетипичным африканским странам относились Эфиопия и великие империи Западной Африки. Некоторые заметные следы от этих далеких и непонятных империй все-таки остаются. Высокий уровень культуры во внутренних районах Восточной Африки около XII века просматривается в том, что осталось от горных выработок, дорог, наскальных рисунков, каналов и колодцев. Эти порождения технического прогресса археологи назвали материальными памятниками азанийской культуры. Они служат свидетельствами достижений развитой культуры Железного века. Сельским хозяйством население в этих местах занималось с начала христианской эпохи. В условиях сытой жизни, обеспеченной этим хозяйством, появилась возможность для освоения месторождений золота, добывать которое на территории нынешней Зимбабве на протяжении долгого времени особого труда не составляло. По первоначалу требовались предельно примитивные приемы. Большое количество драгоценного металла просто собирали, чуть взрыхлив поверхность почвы. Золото и его доступность в этом районе влекли к себе купцов. Сначала арабов и несколько позже португальцев, а также переселенцев из других мест Африки. В конечном счете поиск золота привел старателей в подземные копи, так как богатые россыпи на поверхности истощились. Как бы там ни было, золота вполне хватило на то, чтобы существовавшее за его счет государство – протянуло целых четыре века. И практически только здесь, в Южной Африке, велось масштабное строительство сооружений из камня. Их останки встречаются в сотнях мест на территории современного Зимбабве, но самое известное место называется тоже Зимбабве, что в переводе означает просто «каменные дома». Приблизительно с 1400 года здесь находилась царская столица, место погребения царей и священное место для отправления молитвы. Все было так приблизительно до 1830 года, когда сюда пришел еще один африканский народ-завоеватель. Португальцы в XVI веке уже сообщали о внушительной крепости, построенной из камня без применения связующего раствора, но только в XIX веке появляются письменные сообщения европейцев, по которым можно составить впечатление о данном месте. Их немало поразила картина увиденного. Массивные стены и башни местные строители сложили из тщательно подогнанных камней, понятно, что безо всякого сцепляющего раствора. Мало кто склонялся к тому, чтобы поверить, будто африканцы на самом деле сподобились на нечто столь поразительное. Кое-кто в Европе ставил это в заслугу финикийцам, а несколько романтиков выдвигали предположение о том, что Зимбабве построили масоны королевы Сабы. Сегодня, когда нам известно достижение других народов Железного века в Европе и цивилизациях Америки, потребность в подобных гипотезах отпадает сама собой нынешние развалины Зимбабве можно с полным на то основанием приписать африканцам XV века. Какой бы передовой в своем развитии ни казалась Восточная Африка, населявшие ее народы самостоятельно дорасти до грамоты не смогли. Как и древним европейцам, им предстояло ее позаимствовать у представителей других цивилизаций. Одним из объяснений отсутствия у них грамоты можно назвать отсутствие в них потребности в точных документах учета земельных угодий или урожая в зерна, отправляемого на склад. Какими бы ни были причины, но отсутствие грамоты служило препятствием на пути приобретения и распространения информации, а также консолидации систем управления. Без грамоты, к тому же, не могла обогащаться африканская культура. В Африке не сложилось собственной традиции воспитания ученых людей, владеющих навыками научного и философского мышления. С другой стороны, следует обратить внимание на достижения африканцев в сфере изобразительного искусства, о высоком уровне которого можно судить по произведениям мастеров из Зимбабве или изделиям из бронзы ремесленников Бенина, очаровавших европейцев более позднего исторического периода. К тому времени, когда европейцы прибыли в Америку и обнаружили там цивилизации, представители которых достигли намного большего, чем цивилизации Африки, причем получилось все без видимого стимулирования извне, ислам исповедовался в Африке на протяжении почти 800 лет, и до него на своих соседей оказывали культурное влияние египтяне. Некоторым европейцам все эти достижения коренных американцев казались настолько невероятными, что пришлось потратить немало времени и сил на расследование и обсуждение возможности внедрения элементов цивилизации в Америке путешественниками из Европы, которые пересекли Тихий океан очень давно, в доисторические времена. Подавляющее большинство ученых считает, все притянутые за уши доказательства европейского влияния неубедительными. Если даже предположить вероятность подобного контакта в древнейшие времена, продолжению он все равно не получил. Никакого бесспорного следа связи между Америкой и любым другим континентом, между временем, когда первые американцы пересекли Берингов пролив и высадкой на берег Америки викингов, отыскать пока не удалось. С тех пор до самого момента прибытия испанцев в конце XV века их не существует. Нам следует исходить из того, что в гораздо большей степени, чем Африка, и в течение более продолжительного времени Америка оставалась отрезанной от остального мира. Их обособленность подтверждается тем фактом, что даже в XIX веке на территории Северной Америки сохранялись народы, не знавшие сельского хозяйства. На восточных равнинах современных Соединенных Штатов обитали индейцы, так позже эти народы стали называть европейцы, занимавшиеся сельским хозяйством еще до появления на их континенте европейцев, но дальше на запад представители других общин существовали за счет охоты и собирательства. Они могли бы продолжать в том же духе, пусть даже с внедрением важных технических новшеств, как, например, лошадь и металл, привезенные европейцами, а потом к их техническому оснащению добавилось огнестрельное оружие. Еще дальше, на запад, на западном побережье, обитали народы, занимавшиеся рыбным промыслом или сбором пропитания на морском берегу, опять же способами, известными с незапамятных времен, далеко на севере, эскимосы научились вполне сносно жить в практически невыносимых условиях окружающей среды. Их образ жизни сохранился почти без изменений до наших дней. Однако при всех заслуживающих самого искреннего восхищения достижениях представителей Северной Америки в преодолении трудностей природного происхождения, цивилизацию они создать не смогли. За американскими успехами в сфере местной цивилизации – следует отправиться южнее реки Рио-Гранде. Здесь можно обнаружить ряд крупных цивилизаций, объединенных возделыванием Маиса и пантеоном естественных божеств, но поразительно отличающихся друг от друга в иных аспектах. В центральном районе Америки, от Мексики до Никарагуа, большую важность представляло основание государства Ольмеков. От него в конечном счете пошли календари, иероглифическое письмо и практика строительства крупных объектов для проведения обрядов, которыми отличалась эта область в более поздние времена. Во времена Ольмеков уже поклонялись богам Мезоамерики. Между началом и XVI веком христианской эпохи наследники Ольмеков построили первый крупный американский город Теотиукан на территории нынешней Мексики. На протяжении двух или трех веков он служил крупнейшим торговым центром и, вероятно, играл выдающуюся религиозную роль, ведь на его территории находился огромный комплекс пирамид и крупных общественных зданий. Таинственным образом этот город разрушили около седьмого века. Возможно, в результате одной из нескольких волн захватчиков, двигавшихся на юг в долину Центральной Мексики. Эти движения начались в период переселения народов и войн, продолжавшихся, предположительно, вплоть до прихода испанцев. Как раз в этот период появилось несколько блистательных региональных сообществ людей. Из самых заметных, следует упомянуть те сообщества, что сформировались под воздействием культуры майя на полуострове Юкатан, в Гватемале и в северном Гондурасе. И условия их существования можно назвать необычными из-за того, чем они представляются сегодня. Фактически все великие города майя находятся в тропическом лесу, с его животным миром и насекомыми, особенностями климата и болезнями, требующими титанических усилий для занятия сельским хозяйством. И все-таки вожди племени Майя не только кормили огромное свое население в течение многих веков, пользуясь примитивными сельскохозяйственными приемами. Никаких плугов или металлических орудий у них не было, и долгое время ограничивались подсечно-огневым способом расчистки участков земли, которые возделывались парочку сезонов – а потом приходилось начинать все снова на новом участке, но к тому же руководили возведением каменных зданий, сопоставимых по размеру с сооружениями Древнего Египта. Многие сооружения майя могут еще скрываться в джунглях, но к настоящему моменту их обнаружено вполне достаточно для реконструкции истории и общества майя в целом, причем за последние несколько десятилетий их история и общество оказались намного более сложными, чем когда-то думали ученые. Самые древние следы культуры майя относятся к IV и III векам до нашей эры. Ее процветание пришлось на великий период между VI и IX веками нашей эры, когда появились самые прекрасные здания, скульптуры и гончарные изделия на территории городов майя той эпохи находились величественные парадные комплексы объединения храмов, пирамид, склепов и ритуальных дворов, стены которых часто покрывали иероглифическими письменами, которые только несколько последних десятилетий стали поддаваться расшифровке. Важную роль в управлении этой культурой играла религия, с помощью которой обосновывалась власть династических правителей городов во время обрядов с кровопролитием и жертвоприношением в их центре. Периодически в соответствии с вычислениями по календарю астрономических наблюдений проводились регулярные действия заступничества и вероисповедания. Многие ученые считают календарь Мая единственным достижением достойным сравнения с их зданиями, и он был действительно большим подвигом математиков. Через этот календарь можно во многом представить склад ума Майя и понять, что их религиозные предводители имели понятие о времени намного обширнее, чем клирики любой другой известной нам цивилизации. Они исчисляли древность на сотни тысяч лет в глубину, они даже пришли к выводу о том, что начало времени не существует. Иероглифы на скалах и три дошедшие до нас книги служат нам источником некоторых знаний о календаре майя и хронологии династий этого народа. Майя классической эпохи каждые 20 лет устанавливали монументы с датами, чтобы вести отсчет течения времени. Последний из них относится к 928 году. К тому времени цивилизация майя достигла высшей точки развития. При всей квалификации их строителей, а также мастеров по обработке нефрита и обсидиана, известного предела они превзойти не могли. Строители крупных храмов не сумели изобрести арочной конструкции и при этом не могли использовать в своей работе телеги, так как не знали колеса в то время как религиозный мир, под тенью которого они жили, населялся двухголовыми драконами, ягуарами и ухмыляющимися черепами. Что же касается политических достижений майя, их общество давно стояло на образцах союзов, связывающих города в двух династических агломерациях, история которых изложена в иероглифических письменах на соответствующих монументах. Максимальное население самого большого города Майя могло достигать 400 тысяч жителей, а сельское население вокруг него в 10 раз превышать эту цифру. Таким образом, плотность населения государства Майя тогда была намного больше, чем в сегодняшней Америке. Итак, цивилизацию майя можно назвать весьма своеобразным достижением человечества. Как и египетской цивилизации, ей потребовались огромные вложения труда в непроизводственные здания, но египтяне сделали намного больше. Возможно, цивилизацию майя перегрузили на заре ее появления. Вскоре после начала всех начал, некий народ из Мексиканской долины, вероятно, те же Тольтеки, захватили самую большую область майя чичен ицу и с того времени они начали покидать свои поселки в джунглях юга. Захватчики принесли с собой металл, а также мексиканскую практику принесения в жертву военнопленных. Изображения их богов начинают появляться в скульптуре городов майя. По-видимому, речь идет об одновременном культурном спаде, проявившимся в огрублении гончарных изделий и скульптуры, а также в снижении качества написания иероглифов. К началу XI века политический строй майя рухнул, хотя нескольким городам суждено было возродиться на заметно пониженном уровне культурного и материального существования в течение следующих нескольких веков. Чичен Ица в конечном счете обезлюдил в XIII веке и центр культуры майя переместился на другую область. Там его, в свою очередь, разрушили, возможно, после крестьянского восстания около 1460 года. Затем история майя уходит во тьму и остается там до нашего времени. В XVI веке полуостров Юкатан перешел в руки испанцев, хотя только последняя цитадель майя сдалась им в 1699 году испанцев только в самом формальном смысле можно назвать разрушителями цивилизации Майя. К тому времени, когда они прибыли в Америку, она уже рухнула. Объяснить крах цивилизации Майя на основе информации, которой мы располагаем, нелегко. Зато возникает соблазн свести все к такой вот метафоре. Цивилизация Майя Возникла в ответ на огромный вызов и какое-то время ему отвечала, однако она располагала сомнительной политической структурой, открытой для внешнего вмешательства и узкой специализацией, а также расходами, которые представляются огромными по сравнению с имеющимися ресурсами для их обеспечения, даже до начала вторжений иноземцев, когда случилось политическое дробление. Растительные системы, обнаруженные археологами, выглядели так, будто они уже тогда выходили из употребления и подвергались постепенному разрушению, как и повсеместно в Южной и Северной Америке. От культуры коренного населения не осталось никакого следа образа жизни, никаких характерных технических приспособлений, никакой литературы никаких заметных политических или религиозных атрибутов. От далекого славного прошлого до нас дошел разве что язык земледельцев племени Мая, после себя представители народности Мая, оставили дивные развалины своих сооружений, которые еще долго будут смущать и очаровывать воображение тех, кто когда-то попытается разгадать их тайну. В то время как общество майя находилось на завершающей стадии своего распада, господство над мексиканской долиной досталось последним прибывшим туда народам, и как раз их общество произвело наибольшее впечатление на испанцев, позже прибывших на полуостров Юкатан. Речь идет об ацтеках, вторгшихся в эту долину около 1350 года нашей эры и покоривших тольтеков, которым в то время там принадлежала власть. Они поселились в двух деревнях на заболоченных землях по краю озера Тескоко. Одну из этих деревень назвали Теначтитлан, и ей предстояло стать столицей ацтекской империи, просуществовавшей меньше двух веков в центральной части нынешней Мексики. Участники ацтекских экспедиций побывали гораздо южнее, вплоть до областей, позже объединенных в республику Панама, однако желания там обосноваться почему-то не проявили. Ацтеки были воинственным народом, предпочитавшим империю данников. В своей армией они покорили приблизительно 30 мелких племен или государств, предоставив им более или менее широкие свободы при условии своевременного внесения положенных подношений» богам этих народов было оказано достойное уважение через включение в ацтекский пантеон. Центром ацтекской цивилизации служил город Теночтитлан, выросший из деревеньки в столицу империи. Она стояла на озере Тескоко, на архипелаге, связанном с берегами насыпными дорогами, протяженность одной из которых составляла 5 километров, и по ней могли перемещаться всадники – в шеренге по восемь человек. Испанцев сильно взволновали рассказы об этом городе. По великолепию вспоминал один из них. Он намного превосходил красоты Рима или Константинополя. В начале XVI века там могло проживать около ста тысяч человек, и на их снабжение уходило то, что поступало от подчиненных ацтекам народов. По сравнению с европейскими городами, столица ацтеков выглядела поражающим воображением местом, застроенным храмами и огромными рукотворными пирамидами, но все же внешняя грандиозность этого города выглядела творением умельцев, навыкам которых нашли применение ацтеки, подчинившие их своей воле. Напрашивается вывод, что все значительные изобретения или нововведения мексиканской культуры – Приходится на время правления тольтеков. Ацтеки подчиняли, развивали и эксплуатировали достижения цивилизации, доставшейся им. Когда в начале XVI века прибыли испанцы, территория Ацтекской империи все еще расширялась. Полному подчинению подверглись не все подвластные народы, но власть Ацтеков установилась от побережья одного океана до другого. Во главе Ацтекской империи стоял правитель, считавшийся полубогом, но избранный членами августейшей семьи. Он правил высокоорганизованным и централизованным обществом, предъявляя большие требования к его участникам при исполнении ими принудительной трудовой и военной повинностей. Но к тому же он обеспечивал их существование в течение года. Это была цивилизация людей – владевших пиктографической грамотой, высокой квалификацией в земледелии и обработке золота, но совершенно не знавших колеса, плуга или приемов выплавки железа. Их главным обрядом, до глубины души потрясавшим испанцев, предусматривалась человеческая жертва. В жертву великой пирамиде Теночтитлана принесли не меньше 20 тысяч человек. Через такие массовые убийства воспроизводилась космическая драма, служившая стержнем ацтекской мифологии. Ацтеки считали, что богов обязали жертвовать собой, чтобы дать солнцу кровь, в которой оно нуждалось, как в пропитании. Ацтекская религия поразила воображение европейцев своими отвратительными подробностями. У жертв обряда вырывали сердце, с них сдирали кожу и отрубали им голову. Однако противоестественное и ужасное их сопровождение практически ничего не значило по сравнению с глубиной политических и социальных последствий. Важность, придававшаяся человеческим пожертвованиям, требовала постоянного предоставления новых жертв. Поскольку в жертву обычно приносили военнопленных, и потому что смерть в сражении тоже представлялась дорогой погибшего воина в рай солнца, состояние мира для Ацтекской империи с религиозной точки зрения являлось источником катастрофы. Следовательно, ацтеки на самом деле не задумывались о том, что избавиться от зависимости, навязанной им властями, особого труда не составляет, и поэтому кое-кто часто подымал мятежи. Подвассальным племенам разрешали назначать собственных правителей и правительство при них так, чтобы легче было оправдывать свои карательные мероприятия. При таком раскладе у подвассальных народов не могло возникнуть добрых чувств к своей империи, и они только обрадовались краху Ацтеков, когда наступило его время. Религия, к тому же повлияло на способность ацтеков должным образом реагировать на угрозу, исходящую от европейцев, особенно это отразилось на их стремлении брать для принесения в жертву, а не убивать своих врагов на поле боя. Они верили в то, что однажды их великий белокожий и бородатый бог Кетацкоатль возвратиться с востока, куда отправился после того, как обучил свой народ разнообразным видам искусства. В целом, при всей эстетической выразительности и убедительной общественной толковости ацтекской цивилизации, она все равно вызывает ощущение чего-то грубого, жестокого и отталкивающего. Немногие цивилизации, известные нам гораздо лучше, отличались такими гнетущими требованиями, предъявлявшимися к их носителям. Кажется, они всегда жили в состоянии напряжения, не верили в светлое будущее своей цивилизации, тревожно осознавали неизбежность ее краха. Южнее Мексики и Юкатана лежала территория еще нескольких других народов, культура которых в достаточной степени отличалась степенью развития их цивилизации – а самой замечательной среди них следует назвать расположенную наиболее далеко андскую цивилизацию Перу. Мексиканские народы все еще по большому счету жили в каменном веке. Жители Анд в своем развитии ушли гораздо дальше. Они к тому же создали настоящее государство. Если Майя выделяли среди остальных представителей американской культуры сложным вычислением своего календаря, что жители Анд далеко опередили своих соседей по сложности их правительства. Воображение испанцев еще больше, чем Мексика, сразило Перу, и причина заключалась не просто в величине и наглядности богатства с точки зрения использования драгоценных металлов, а в осязаемой простоте, эффективности и высокой сложности социальной системы. Некоторые европейцы в скором времени обнаружили привлекательность в рассказах о ней, так как этой системой предусматривалось практически беспрекословное подчинение всего индивидуального коллективному. Данным обществом управляли знаменитые инки. В XII веке народ из города Куско приступил к распространению своего контроля над центрами цивилизации в Перу. Как и от стеки, они начинали как соседи тех, кто познал цивилизацию раньше их самих. Они считались варварами, в скором времени, принявшими навыки представителей более высокой культуры, в конце XV века инки управляли водчиной, простиравшейся от Эквадора до центрального Чили, а последними их завоеваниями считались прибрежные районы. Тем самым правительство инков совершило невероятный подвиг, так как им пришлось преодолеть естественную преграду в виде анского хребта государство инков скреплялось воедино дорогами общей протяженностью около 16 тысяч километров. По ним можно было передвигаться в любых погодных условиях. Также существовала эстафета гонцов, доставлявших устные или письменные на узелковом языке кипу сообщения. С помощью данного узелкового письма велся своеобразный обмен информацией. При том, что письменность Ванской империи отсутствовала, режим организации жизни ее подданных поддерживался предельно тоталитарный. Инки превратились в правящую касту своей империи, а ее глава получил титул «Сапа Инка» — «Единственный Инка». Его правление характеризуется деспотизмом, основанным на контроле над трудовыми ресурсами. Население империи свели в трудовые единицы — минимальная из которых состояла из глав десяти семей. От таких единиц требовалось предоставление услуг и выполнение производственной повинности. С помощью тщательного и жестокого контроля население направлялось туда, где в нем возникала необходимость. Выезд из местной общины или заключение брака с представителем другой общины запрещались вся товарная продукция становилась государственной собственностью. Таким образом, земледельцы кормили пастухов с ремесленниками и в обмен получали текстильные изделия. Универсальным животным анской культуры служила лама, дававшая шерсть, молоко и мясо, а также служившая транспортом. Никакой торговли не существовало. О степени развития горной добычи драгоценных металлов и меди можно судить по изящному убранству столицы Куско, поразившей прибывших туда испанцев. В случае возникновения напряженности внутри такой системы применялась не одна только сила, но переселение лояльного населения в области, где возникало недовольство, и строгий контроль над образовательной системой, предназначенной для внушения знати завоеванных народов надлежащих воззрений. По примеру ацтеков, инки организовали и использовали достижения культуры, попавшие им в распоряжение, хотя без особой жестокости. Целью перед собой они ставили интеграцию, а не уничтожение завоеванных народов, и инки терпимо относились к чужим культам. Своим собственным богом они считали солнце. Отсутствие у носителей данной цивилизации грамоты затрудняет проникновение в их умонастроение, однако при всех различиях в подходах у перуанцев отмечается близкое с отстыками отношение к смерти. Климатические аномалии, наблюдающиеся в Египте, нашли свое отражение в обрядах по мунификации тел усопших, сухой воздух высоких анд, обеспечивал такое же надежное предохранение мертвой плоти от разложения, как песок египетской пустыни. О различиях которые существовали между покоренными народами и выразились в сохранившихся племенных культах, больше нам сказать нечего. Когда из Европы поступил вызов американской цивилизации, стало очевидным то, что правители инков не смогли устранить недовольство ими среди подданных, несмотря на все их замечательные достижения, все американские цивилизации по важным и очевидным признакам, радикально отличались от цивилизаций Азии или Европы. В настоящее время все еще представляется, что всеобщая грамота их не коснулась, хотя у инков наблюдались достаточно заметные бюрократические процессы, позволявшие управлять сложными государственными структурами, а грамотеи Майя вели сложные исторические хроники. Их технические приемы при некоторых навыках, находившихся на высоком уровне, не получили того развития, как в других уголках планеты. Хотя эти цивилизации обеспечивали необходимые внешние условия и учреждения для традиции мощной, но не безграничной власти, вклад истинных американцев в будущее всего мира через них не поступил. Свой вклад они фактически уже сделали до того, как сами появились перед европейцами через открытие, в неясные времена и безымянным героям, примитивными землевладельцами пользы от употребления в пищу предков помидоров, кукурузы, картофеля и тыквы. Тем самым они невольно мощно обогатили ресурсы человечества и послужили изменению системы хозяйствования во всем мире. На таких открытиях возникли блистательные цивилизации Южной и Северной Америки, которым, тем не менее, было суждено в конце стать не больше, чем красивой забавой на полях всемирной истории, не давшей собственного потомства. Глава 9. Европа – потенциал перемен. Совсем немногие термины имеют такой обманчивый, скрытый смысл – как понятие средневековье, используемое исключительно применительно к Европе, оно ничего не значит для истории других континентов, и в этом понятии воплощается отрицательное представление о том, что конкретные века никакого интереса не представляют, разве что обозначают место во времени. Их впервые выделили, и назвали так люди, жившие в XV и XVI веках, желая вернуть классическую античность, давно их покинувшую. В том далеком прошлом, думали они, люди создавали великие вещи и творили великие дела. С ощущением возрождения и ускорения цивилизации для них, они могли теперь предполагать, будто в их собственные дни также вершатся большие дела. Но между двумя периодами созидания они видели одну только пустоту, на использованной ими латыни, обозначенную как «medio evo», «media aetas», выпадавшую на промежутки между остальными эпохами, и представлявшуюся унылой, неинтересной, варварской. Тогда они придумали то же средневековье. Все выглядело именно так на протяжении чуть более тысячи лет европейской истории. Англичане XVII века говорили о так называемом «нормандском ерме» — «Norman Yoke», якобы навязанным им предками, а французы XVIII века идеализировали свою аристократию, приписав ей происхождение от завоевания франками. Такие размышления, тем не менее, выглядели выборочными. Поскольку средневековье представлялось явлением в целом неопределенным даже 200 лет назад, к нему часто относились с умеренным презрением. Затем, весьма неожиданно, наступили большие перемены. Люди начали идеализировать те потерянные века с рвением, каким предки их проигнорировали. Европейцы стали дополнять картину прошлого историческими новеллами о рыцарстве и о родной сельской местности, со смешными замками баронов, населенными владельцами хлопкопредильных мануфактур и биржевыми маклерами. Обратите внимание на то, какие огромные усилия ученые приложили для изготовления летописей тех времен, которые тогда еще не закончились. Это послужило стимулом для определенной романтизации и излишней восторженности реакции на средневековье. Люди принялись идеализировать единство средневековой христианской цивилизации и кажущуюся стабильность ее существования, но при этом навели густого тумана на возникшее внутри его разнообразие. Следовательно, трудно себе представить, будто нам дано по всей справедливости оценить европейское средневековье на таком протяженном отрезке времени, как бы там ни было, достаточно очевидным выглядит одна грубая веха. Столетия между завершением периода античности и приблизительно началом X века теперь представляются очень похожими на период построения основания. Известные великие творцы в тот период – Заложили очертания будущего, хотя изменения шли медленно, а их состоятельность все еще вызывала сомнения. Затем в XI веке появляется ощущение заметной смены ритма, ускоряется ход событий, а сами они становятся заметными для стороннего наблюдателя. Проходит время, и становится ясным то, что эти события могут открывать путь к чему-то новому. Эпохе авантюристов и революционеров, которая началась в Европе и продолжалась до тех пор, пока европейская история не слилась с первым этапом глобальной мировой истории. При этом возникают сложности в определении времени, когда же средневековье, что называется, заканчивается. Во многих уголках Европы оно все еще имело место даже к концу XVIII века, то есть к моменту, когда только что появился первый росток европейской независимости, пробившийся по ту сторону Атлантики, даже в новых Соединенных Штатах нашлось немало людей, как и миллионы европейцев еще не избавившихся от сверхъестественных представлений о жизни. И традиционных воззрений на религию во многом разделявшихся мужчинами и женщинами средневековья за 500 лет до них, материальная составляющая многих европейцев тогда все еще не отличалась от жизни их средневековых предшественников, и все-таки в тот момент во многих регионах средневековье давно прошло в любом его существенном смысле. Старые атрибуты ушли в прошлое или уступили место новым, забирая с собой несомненные традиции власти. Тут и там уже шла жизнь, которую можно признать жизнью современного мира. Она стала сначала возможной, потом вероятной и, наконец, неизбежной. В условиях того, что теперь можно рассматривать как вторую главную созидательную фазу Европы и первую из ее революционных эпох. Начинать разумнее всего с европейской церкви. Под церковью, как земным учреждением, христиане подразумевают весь комплекс правоверных, светских и священнослужителей без каких-либо различий. В этом смысле церковь в католической Европе стала тем же самым понятием, как общество во времена Средневековья. К 1500 году только немногочисленные евреи, приезжие иноземцы и рабы, не входили в огромную категорию народа, разделявшего, пусть даже формально, христианские вероисповедания. Европа считалась христианским континентом. Откровенное язычество исчезло с его карты на всех территориях от атлантического побережья испании до восточных границ польши. Так состоялось великое качественное а также количественное изменение. религиозное верование христиан считаются весной цивилизации, которая назревала на протяжении сотен лет. И ей еще не грозил серьезный раскол или альтернативная мифология. Христианство стало определять предназначение Европы и придавать ее жизни богоугодную цель. К тому же, как раз по этой причине кое-кто из европейцев впервые стал осознавать себя членом конкретного общества под названием Христианский мир. В наше время иноверцы под церковью могут подразумевать нечто иное. Народ использует это слово для обозначения духовных учреждений, формальных структур и организаций, служащих для богослужения и благочиния каждого верующего. В этом смысле церковь тоже к 1500 году прошла долгий путь независимо от двоякого к ней отношения, величие достижений церкви неоспоримо. Даже если учесть ее такие же великие провалы, церковь располагала поддержкой великого множества мужчин, которые настаивали на применении церковью власти и исполнении долга. Римская церковь, служившая источником духовной жизни ближе к завершению античности, задолго до нападения Константинополя, слыла обладателем и центром невиданной власти и влияния. Она не только приобрела полную самостоятельность и новую роль, но к тому же с XI века придала энергию христианскому бытию, которая прибавила благочиния и наступательности. Также появилась и дополнительная строгость, Многим догматическим и литургическим приемам, сохранившимся до этого века, меньше тысячи лет от роду, их внедрили, когда больше половины христианской эпохи уже прошло. Самые важные изменения происходили примерно с 1000 по 1250 годы. Их можно приравнять к настоящей революции. А истоки их лежат в Клюнийском движении. Четверых из первых восьми аббатов Клюни причислили к лику святых. Семь из них вошли в историю как выдающиеся деятели. Они служили советниками при папах, выступали в качестве их легатов, были императорскими послами. Это были люди высокой культуры, их часто отличало благородное происхождение отпрысков величайших семей Бургундии и западных франков. Это способствовало расширению влияния монахов Клюни, и они пожертвовали свой авторитет на алтарь нравственной и духовной реформы своей церкви. Папа Лев IX, с которого начинается настоящая папская реформа, безоговорочно пропагандировал идеи монахов аббатства Клюни. Он провел в Риме всего лишь шесть месяцев своего пятилетнего понтификата, а в остальное время переезжал от одного синода к другому во Франции и Германии, корректировал местную службу, проверял факты вмешательства в дела церкви со стороны светских феодалов, наказывал за церковное прегрешение и внедрял новый догмат духовного благочиния. Одним из первых результатов принятых мер стало установление общих для всех канонов богослужения в церквях. Теперь оно выглядело более однородным. Еще одним следствием стало основание второго великого монашеского ордена цистерианцев, так их назвали по месту первой обители в старинном аббатстве Сито, от латинского цистерциум, монахами, разошедшими во все разглядах с клюни и стремящимися возвратиться к изначальной строгости Бенедиктинского устава, в частности через возобновление практического и ручного труда, от которого отказались в аббатстве клюни. Цистерианскому монаху святому Бернарду предстояло превратиться в величайшего наставника и проповедника одновременно христианской реформы и крестового похода в XII веке, а его орден оказывал широкое влияние и на монашеское благочиние, и на церковную архитектуру. Они тоже способствовали повышению однородности и единообразию церкви. Успех реформы, к тому же, — Проявился в пылкости и нравственной уверенности движения крестоносцев, пользовавшихся искренней поддержкой со стороны паствы. Только вот новые подходы тоже вызывали сопротивление, в том числе среди самих священнослужителей. Епископам совсем не всегда приходилось по душе папское вмешательство в их дела и приходское духовенство не всегда видела потребность в изменении унаследованных обычаев, привычных для их паствы. Церковный брак, например, самое наглядное сопротивление церковной реформе, переросло в большую ссору, вошедшую в историю под названием «борьба за право инвеституры», при том, что кое-кто видел причиной данного конфликта расхождение в подходе к ключевым христианским принципам, главные споры все-таки шли по поводу разделения власти и богатства внутри правящих сословий, снабжавших людскими ресурсами одновременно августейшую и церковную власть в Германии и Италии на землях Священной Римской империи. Однако подобные споры велись в остальных странах тоже – у французов в конце XI века, англичан в начале XII века, потому на кону стоял фундаментальный вопрос принципа, ответ на который не нашелся до сих пор. Каковы должны быть отношения между светской и духовной властью? Самая открытая битва по поводу инвеститурной борьбы состоялась сразу после выборов Папы Григория VII в 1073 году. Гильдебранд, так звали Папу Григория до его избрания, его мирским именем иногда называли проводившуюся им политику и времена папства Гильдебрадиана, считался далеко не привлекательным человеком, за то, как Папу его отличала великая личная и нравственная храбрость. Он числился одним из советников Льва IX и всю жизнь боролся за независимость и господство папства в пределах западного христианского мира. По национальности он принадлежал к итальянцам, а не римлянам, и этим можно попытаться объяснить, почему до избрания папы Гильдебранд играл большую роль в передаче папских выборов в коллегии кардиналов и исключении из самого процесса римской светской знати. Когда церковная реформа стала делом политики и права, а не вопросом нравственности и правильных манер, как это было на протяжении всех двенадцати лет его понтификата, Гильдебранд занялся скорее разжиганием конфликта, а не его предотвращением. Он всегда предпочитал решительные действия, не слишком задумываясь при этом о возможных последствиях. Возможно, избежать схватки уже не получалось. Стержнем реформы служило представление о независимой церкви. Свою задачу церковь могла решить, как считали папа Лев IX и его последователи – освободившись от светского вмешательства. Церковь следует отделить от государства, а духовенство должно существовать в условиях, отличающихся от жизни светского общества. Их следует выделить в особое сословие внутри христианского мира. От такого идеала пошли нападки на Симонию, продажу и покупку церковных должностей, или духовного сана в средние века, кампания по запрещению создания священниками собственной семьи и ожесточенная борьба по поводу до той поры неоспоривавшегося светского вмешательства в процесс назначения и продвижения по службе духовенства. Новым порядком избрания папы императору представлялось теоретическое право на его запрещение и не больше рабочие отношения тоже ухудшились, потому что некоторые папы уже начали мутить воду в поисках поддержки среди вассалов императора. Характер Григория VII в таких деликатных обстоятельствах оставался все тем же непреклонным. После избрания папой он занял свой трон, не спросив одобрения императора, а просто уведомив его о свершившемся факте. Два года спустя он издал указ по поводу светской инвеститоры, которым запретил всем светским лицам доверять священнослужителю епархию или иную церковную должность, а также отлучил от церкви кое-кого из духовных советников императора по обвинению в Симонии, так как они заплатили за свое назначение на должность деньги. Желая довести дело до логического предела, Григорий VII вызвал императора Генриха IV к себе и потребовал от него объяснения своих прегрешений. Генрих сначала ответил через саму церковь. Он заставил немецкий синод объявлять о смещении папы Григория со священного престола. Тем самым он заслужил для себя отлучение от церкви, которое значило бы меньше не будь у него влиятельных врагов в Германии, пользовавшихся теперь поддержкой Папы Римского. В результате Генриху пришлось пойти на попятную. Для того, чтобы избежать суда немецких епископов, председателем которого числился Григорий VII, уже отправившийся было в Германию, униженному Генриху пришлось отправиться в Каноссу на север Италии, где он босой ждал на снегу, пока Григорий примет его раскаяние в одном из самых драматических споров между светской и церковной властью. Но настоящей победы Григорию все-таки одержать не удалось. События в коносе того времени особенного изменения в ситуации не вызвали. Папа Римский зашел слишком далеко — он нарушил пределы церковного права ради утверждения революционной догмы в том, что цари виделись теперь всего лишь чиновниками, которых можно было свергнуть, когда папа сочтет их негодными или недостойными своего титула. Людям, нравственные горизонты которых определялись представлениями о святости присяги верности вассала Феодалу, Такая догма казалась немыслимо подрывной для существующего порядка вещей. Тем не менее, она послужила предвестником более поздних претензий на установление папской монархии, но цари склонялись к ее неприятию. Обсуждение инвеституры продолжалось на протяжении еще пятидесяти лет. Григорий VII Утратил сочувствие, приобретенное через унижение Генриха IV, и только в 1122 году другой уже император согласился на конкордат, рассматривавшийся в качестве папской победы, хотя ее дипломатично старались не выпячивать. Зато Григорий VII заслужил славу настоящего первопроходца. Он, как никто до него, провел линию разграничения между священнослужителями и светскими деятелями и предъявил невиданные претензии на самость и верховенство папской власти. Больше о них можно услышать в предстоящие два столетия, когда создавались основы папской юриспруденции и юрисдикции. Все больше правовых возражений поступала папским судьям от местных церковных судов, как резидентов Рима, так и местных провинциальных. К 1100 году удалось заложить фундамент под возведение здания настоящей папской монархии. В Англии разгорелась захватывающая ссора по вопросу церковной привилегии и неподсудности по законодательству страны, которому предстоит стать большой проблемой будущего. Пока же все сошлось к убийству с последующим причислением к лику святых архиепископа Кантерберийского Томаса Беккета. Но в целом юридическую неприкосновенность духовенства никто, по большому счету, оспаривать не решился. При Иннокентии III папские притязания на монаршию власть достигли новой высоты теоретического обоснования. Правда, Иннокентий не стал слишком зарываться, как это делал Григорий VII. Он не решился замахиваться на абсолютную полноту светской власти повсеместно в западном христианском мире, зато признал, что папство своей властью передало империю от греков к франкам. Внутри церкви его власть ограничивалась всего лишь издержками бюрократической машины, через которую ему приходилось действовать. Папская власть до сих пор часто применялась в поддержку преобразовательных предложений, что показывало, как много предстояло еще сделать. Церковное безбрачие становилось явлением более частым и широко распространенным. Среди новых привычек, навязанных церкви в XIII веке, появились частые индивидуальные исповеди, служившие действенным инструментом контроля в обществе, одержимым беспокойством и мыслящим в строго религиозном духе. Среди догматических нововведений с XIII века внедрялась теория пресуществления, означавшая мистический процесс фактического присутствия плоти и крови Христа в хлебе и вине, подававшемся во время обряда причастия. Окончательное крещение Европы на переломе Средневековья представляло собой величественное зрелище. Реформа монастырского устава и папская автократия соединялись с интеллектуальным усилием и вложением нового богатства в архитектуру, которая предназначалась ознаменовать следующую вершину христианской истории после эпохи отцов церкви. Фундаментальные основы такого достижения могли лежать в развитии интеллектуальных и духовных качеств творцов, и нагляднее всего они отображались в камне. То, что мы теперь считаем, так сказать, готической архитектурой, было творением описываемого здесь периода – она определила особенности европейского пейзажа, над которым до прихода железной дороги доминировали или которые перемежали церковные башни со шпилями, возвышавшимися над городками. До XII века крупнейшим церковным сооружением служили обычно здания монастырей. Тогда особенно в Северной Франции и Англии началось строительство поразительной серии соборов, которые составляют величайшую славу европейского искусства и вместе с замками представляют главный архитектурный стиль Средневековья. Тогда явно наблюдалось массовое воодушевление народа, готового на огромное вложение капитала в строительное дело, хотя сегодня трудно проникнуть в его умонастроение, толкавшее на такие великие свершения. Подобный пример можно поискать у энтезиастов XX века, взявшихся за исследование космоса. Только тогда придется абстрагироваться от самих размеров этих грандиозных сооружений. Они служили одновременно подношениями Богу и важным инструментом евангелизма и просвещения на земле. По их огромным нефам и пределам проходили процессии с реликвиями и толпы паломников, прибывавших полюбоваться ими. Витражи храмов украшались сюжетами из библейского откровения, ставшего стержнем европейской культуры. На их фасадах устанавливали нравоучительные изображения судьбы праведников и грешников. Через них христианство достигало еще большей публичности и всеобщности – Опять же, не представляется возможной оценка полного впечатления, которое эти величественные церкви оказывали на средневековых европейцев, без напоминания нам самим, насколько большим был контраст их величия по сравнению с реальностью повседневной жизни, чем нам это представляется сегодня. Власть и глубина проникновения в общество организованного христианства, получили дальнейшее подкрепление появлением новых религиозных орденов. Наиболее выдающимися из них считаются два таких ордена – нищенствующих францисканцев и доминиканцев, которых в Англии стали называть соответственно серыми и черными монахами нищенствующего ордена по привычным для них расцветкам одежды – францисканцы зарекомендовали себя истинными революционерами. Их основатель, святой Франциск Осиский, бросил свою семью, чтобы провести остаток жизни в нищете среди убогих, нуждающихся и прокаженных. Последователи, в скором времени собравшиеся вокруг него, охотно перешли к укладу жизни, напоминающему жизнь Христа в бедности и смирении. Никакой формальной организации они сначала не образовывали, и Франциск никогда не служил им священником. Зато Иннокентий III ловко воспользовался благоприятной возможностью покровительства над появившимся потенциально раскольническим движением, чтобы не выпустить его из-под собственного контроля, и предложил им выбирать своего старшину. Через него Новое братство обязано было своим существованием святому престолу, которому предстояло беспрекословно повиноваться. Они могли составить противовес местной епископальной власти, так как пользовались правом проповеди без специальной санкции епископа епархии. Руководство монашеских орденов постарше осознало опасность появления францисканцев и выступило против них. Но монахи нищенствующего ордена процветали, несмотря на внутренние разногласия по поводу их организации. В конечном счете францисканцы приобрели существенную собственную административную структуру, но они всегда оставались евангелистами исключительно бедных слоев населения и среди них исполняли свою миссию. Доминиканцы стремились дальше заужать и без того узкий конец. Основателем их ордена был кастильский священник, отправившийся проповедовать в Лангедоке группе монахов, позже причисленных к еретикам альбигойцам. Из его соратников вырос новый орден проповедников. Когда Доминик умер в 1221 году, его 17 последователей встали во главе 500 с лишним монахов. Наряду с францисканцами они вели образ жизни нищих людей, призывавших к бедности, и по их примеру тоже отдались миссионерской деятельности. Но они в основном воздействовали на интеллект людей, и поэтому превратились в огромную силу нового, очень влиятельного учреждения, только что сформировавшегося. Они встали у порога открытия первых университетов. Доминиканцы, к тому же, воспитали многочисленных деятелей средневековой инквизиции, то есть организации, призванной истребить ересь, появившуюся в начале XIII века. Начиная с IV века и дальше, церковники постоянно призывали к травле еретиков. Однако первое папское осуждение ереси прозвучало в 1184 году. Только при Иннокентии III преследование еретиков на самом деле становится обязанностью католических королей. Альбигойцы, конечно же, к католикам не принадлежали. Тем не менее, напрашиваются кое-какие сомнения по поводу того, следует ли их на самом деле вообще считать христианскими еретиками. В их верованиях получили отражение догмы манихейцев. Альбигойцы проповедовали дуализм, а кое-кто из них отвергал все материальное творение как зло. Как и многие более поздние еретики, носители неортодоксальных религиозных воззрений, исходили из искажения или, по крайней мере, несогласия в сфере общественных и нравственных привычек. Иннокентий III вроде бы принял решение в пользу гонений на альбигойцев после убийства папского легата в Лангедоке, и в 1209 году против них предприняли крестовый поход. Но участие в нем соблазнились многие миряне, особенно выходцы из Северной Франции. Ведь им выпадал случай на стремительный захват земель и домов альбигойцев. К тому же этот поход ознаменовал великое новшество — объединение сил государства и церкви западного христианского мира ради сокрушения инакомыслия, способного представить им опасность с помощью оружия — такое объединение на протяжении долгого времени себя вполне оправдывало, пусть даже не совсем до конца. При составлении суждения о теории и практике средневековой религиозной нетерпимости следует постоянно помнить об огромной опасности, которой подвергались носители ереси в их обществе. Им грозили бесконечное мучение. Но никакие гонения не останавливали появление новой ереси на протяжении следующих трех столетий, порождавшейся снова и снова именно потому, что на нее существовал реальный спрос. В известном смысле ересь служила наполнителем полого стержня зрелищных достижениях, принадлежащих церкви. Еретики служили живым свидетельством неудовлетворенности исходом протяженного и часто героического сражения. Критики с противоположной стороны тоже смогут заставить себя слушать, но в свое время и совсем в ином ключе. Авторы теории папской монархии спровоцировали появление противоположной догмы. Людям-думающим предстояло выдвинуть тезис о том, что церкви предназначена конкретная сфера деятельности, ограниченная пределами светского общества, в дела которого священникам вмешиваться не следует. По мере того, как люди будут приходить к осознанию особенностей национальных общин и уважению их притязаний, еретические воззрения начнут приобретать все большую привлекательность. Еще одним явлением, постоянно стремившимся покинуть пределы церковной структуры, следует упомянуть укрепление авторитета мистического вероисповедания. В движениях типа «Братья и общей жизни», возникших из мистика Фомы Кемпийского, миряне выработали религиозные привычки и образцы благочестия, подчас выпадавшие из-под контроля духовенства. В таких движениях нашел выражение великий парадокс средневековой европейской церкви. Она поднялась на вершину своей власти и богатства. Ей принадлежали обширные вотчины, причиталась десятина и папский сбор в службе величественной иерархии, мирское величие которое служило отражением славы Бога, чьи роскошные соборы, прекрасные монастырские церкви, великолепные литургии, ученые фонды и библиотеки воплотили в себе религиозное рвение и пожертвование всех верующих. При всем при этом, главным смыслом всего этого предельного сосредоточения власти и великолепия представлялась проповедь веры, основанная на прославлении бедности и смирения, а также верховенство понятий не от мира сего. Присущая Европейской Церкви суетность вызвала нарастающую критику. И поводом для нее послужило не просто то, что несколько церковных магнатов пользовались роскошными привилегиями и пожертвованиями ради удовлетворения своих аппетитов, а также игнорировали интересы собственной паствы. Следует упомянуть еще и утонченное нравственное разложение, неотъемлемое от власти. Отождествление защиты веры с триумфом занимающегося этим делом учреждения придавало церкви все более бюрократический и легалистический внешний вид. Заняться этим делом Пришлось уже во времена святого Бернара. Говорят, уже тогда развелось слишком много церковных адвокатов. Избыточное буквоедство выглядело вопиющим к середине XIII века, в скором времени подверглась критике даже само папство. К кончине Инокентия III церковь утешения и причастий уже затерялась позади гранитного фасада централизации ревностные служители религии сникали перед напористостью клерикальной монархии, требующей освобождения от ограничений любого вида, уже появились затруднения в удержании управления церковью в руках людей высокого духовного положения. Марта отодвигала в сторону Марию, потому что для управления машиной, идущей в разнос, требовались административные и юридические подачки. В 1294 году папа избрали одного затворника, известного своим благочестием. Возлагавшиеся на него надежды быстро развеялись. Целестина V через считанные недели заставили отречься от папского престола, под предлогом того, что он не смог навязать Курии свои реформаторские воззрения. Его преемника звали Бонифаций VIII. Его считают последним папой Средневековья, так как ему удалось воплотить все притязания папства в их предельно политическом и высокомерном виде. По своему образованию он числился юристом, по своему темпераменту совсем не походил на человека духовного сана. Он вел ожесточенные споры с королями Англии и Франции, а на праздновании 1300 года перед ним вынесли два меча, служившие символами его принадлежности одновременно к светской и духовной власти. Два года спустя он утверждал, что для спасения каждого человека необходима его вера в суверенность папы. При нем затянувшееся сражение с королями достигло кульминации. Почти за сто лет до этого папа отлучил от церкви всю Англию. Этим ужасным наказанием предусматривался запрет на проведение любого причастия до тех пор, пока король не соизволит раскаяться и примириться с церковью. Мужчинам и женщинам отказывалась в праве крещения своих детей или отпущения собственных грехов, и в эпоху поголовной веры в Бога такие лишения выглядели устрашающими. Королю Иоанну пришлось пойти на уступки. Век спустя положение вещей радикально поменялось. Епископов и их духовенство отлучали от Рима, в результате чего подрывалась их власть. Им оставалось только лишь с сожалением вспоминать о деятельном национальном чувстве сопротивления папству, претензии которого достигли верхней точки при Бонифации VIII. Когда короли Франции и Англии отказались признать его власть, собственные церковники их поддержали. К ним примкнули еще и обиженные итальянские дворяне. В 1303 году некоторые из них – во французском изложении событий, преследовали старого папу до его родного города, и там его схватили, как утверждают, проявив ужасное физическое неуважение. Жители его города освободили Бонифация VIII, и ему не пришлось, в отличие от Целестина, заточенного в тюрьму, сгинуть в заключении, а умер он, несомненно, от апоплексического удара, несколько недель спустя. Это было только началом неблагоприятного времени для папства, и кое-кто утверждает, для самой церкви. На протяжении четырех с лишним веков ей придется переживать повторяющиеся и все нарастающие волны враждебности, которая, пусть даже зачастую героически преодолеваемая, закончится тем, что под сомнение поставят Само христианство. Даже к концу правления Бонифация VIII все выдвигавшиеся им правовые претензии не признавались. Никто не пошевелился, чтобы отомстить за него. Теперь все больше критики вызывал духовный провал. Впредь папства будут осуждать больше за противодействие реформам, чем за чрезмерные претензии к королям. На протяжении долгого времени, тем не менее, критика церкви ограничивалась определенными рамками. Само представление о независимой, самочинной критике во времена Средневековья казалось просто невероятным. Церковников подвергали критике исключительно за провалы в выполнении ими традиционной духовной миссии в 1309 году, французский папа привел папскую курию в город Авиньон, принадлежавший королю Неаполя, но находившийся во власти французских королей, на земле которых располагался. В период проживания папы в Авиньоне, продлившийся до 1377 года, там к тому же должно было наблюдаться засилие французских кардиналов. Англичане и немцы в скором времени поверили в то, что папы превратились в инструмент французских королей и предприняли шаги по ликвидации самостоятельности церкви на своих территориях. Члены коллегии выборщиков императора объявили, что их голосование не потребовало никакого одобрения или подтверждения результатов папой, а также, что власть императора даруется одним только самим Богом. В Авиньоне папы жили в огромном дворце, сооружение которого послужило символом их решения оставаться подальше от Рима, а их роскошь демонстрировала растущую суетность их бытия. Папский двор отличался невиданной пышностью. Его бытом занимался вышкаленный персонал прислуги и распорядителей, содержащийся за счет церковных податей и неправомерного присвоения чужого добра, к несчастью, XIV век принес крах европейской экономики. Значительно сократившееся население принудили к внесению больших сумм на содержание резко подорожавшего, как говорят, позволявшего себе недопустимую экстравагантность папства. Централизация продолжала порождать разложение. Его наглядным примером служит злоупотребление папскими правами на назначение духовенства в свободные приходы и обвинение в симонии. К тому же все активнее внедрялся плюрализм. Личное поведение высшего духовенства вступало во все большее противоречие с апостольскими идеалами. Папская ссылка в Авиньон послужила вызреванию враждебности народа к церковникам и папству – отличавшиеся от враждебности королей, разгневанных на священников, отказавшихся примириться с их юрисдикцией. Многие представители духовенства сами ощущали, что теперь богатое аббатство и склонные к земным благам епископы служили определяющим фактором церкви, подвергшейся секуляризации. В этом заключался парадокс, подпортивший наследие Григория VII – Критика в конечном счете поднялась до уровня, при котором папство возвратилось в Рим в 1377 году. И тут как раз разгорелся крупнейший в истории церкви скандал, получивший название «Великий раскол». Светские монархи подстрекали к образованию в своих собственных вотчинах квазинациональных церквей – а вместе с коллегами в составе 20 или около того кардиналов прикрывались папством исключительно ради извлечения собственных доходов и укрепления своего положения. Получилось так, что сложилась практика избрания двух пап, причем второго папу, самостоятельно французскими кардиналами. Папы в Риме и в Авиньоне на протяжении 30 лет одновременно, претендовали на роль единственного главы христианской церкви. В 1409 году появился еще и третий претендент на папский престол, обосновавшийся в Пизе. Актуальность ереси притуплялась, и острие критики, приобретавшей новую озлобленность, все больше направлялось против папства. Распространеннейшим ругательством в адрес претендента на наследие святого Петра стало слово «антихрист». Борьба за папский престол осложнялась еще и участием светских соперников. На стороне авиньонского папы в широком плане выступали союзники в лице Франции, Шотландии, Арагона и Милана. Папу Римского поддерживали правители Англии, немецкие императоры, Неаполь и Фландрия. Все-таки еретики в какой-то момент вроде бы обещали обновление и преобразование религии. Для согласования общей резолюции созывали четыре церковных совета. В конечном счете они действительно с 1420 года сократили количество пап до одного верховного священника в Риме, но некоторые люди надеялись на большее. Они ждали реформы а участники церковных советов ее возможность отклоняли. Вместо этого они посвятили свое время борьбе с ересью, и поддержка реформы закончилась сразу же с восстановлением папского единства. Принцип, которым предусматривалось существование альтернативы источнику власти собора внутри церкви на протяжении последующих 400 лет, приписывался Риму. Ересь всегда пребывавшая в тлеющем состоянии, полыхнула жарким костром реформаторского рвения во время соборного периода. Два выдающихся деятеля, Джон Уиклифф в Англии и Ян Гус в Богемии, оседлали волну недовольства, вызванную ересью. Прежде всего они занимались реформой церкви. Хотя Уиклифф вошел в историю скорее как наставник и мыслитель, чем человек действия. Ян Гус возглавил движение, делом которого считалось решение как национальных, так и церковных проблем. В Праге он пользовался непререкаемым авторитетом как проповедник. Советом Констанции его осудили за еретические высказывания по поводу судьбы и собственности, и в 1415 году Яна Гуса сожгли на костре. Мощный импульс реформы, который придали ей Уиклиф и Гус, истощился по мере затухания их критических замечаний. Но зато они выявили жилу национального сопротивления папству, что было разрушительным для единства Западной Церкви. Католики и гуситы все еще оспаривали богемию в ходе ожесточенных гражданских войн спустя 20 лет после смерти Гуса. Между тем самому папству пришлось пойти на уступки в его дипломатии со светскими монархиями XV века. Религиозное рвение все больше направляется в обход центрального аппарата церкви. Усердие проявлялось в продолжающемся наплыве мистических писаний и новых стилей в популярной религии. Невиданная до тех пор одержимость страстями Христовыми появляется в изобразительном искусстве. Обновленная приверженность святым апостолам, повальное увлечение бичеванием, вспышки плесового безумства – все это служит свидетельствами повышенной возбудимости паствы. Наглядный пример привлекательности и авторитета народного проповедника можно найти в личности доминиканца Джиролама Саванаролы, огромное достижение которого позволили ему стать на какое-то время нравственным диктатором Флоренции в 1490-х годах. Но религиозное усердие редко встречалось среди сотрудников государственных и церковных структур, в XIV и XV веках народная религия, по большей части, оставалась уделом частных лиц и благочестивых людей. Еще одно воплощение расхождения одновременно в видении и инструментарии внутри иерархий, могло заключаться в пренебрежении миссионерской деятельностью за пределами Европы. В общем и целом, о XV веке остается ощущение, как о периоде отступления, ослабления волны после надрыва большого усилия, продлившегося без малого два века. Все же оставить средневековую церковь в нашем сознании в таком предельном состоянии означало бы пойти на риск серьезного заблуждения по поводу состояния тогдашнего общества изменившегося гораздо значительнее нашего собственного общества под воздействием религии, чем любого другого фактора. В Европе все еще властвовал христианский мир, а после 1453 года к нему относились еще осознаннее. Внутри этого мира практически все явления жизни определялись религией. Вся власть проистекала исключительно от Бога. Практически для всех мужчин и женщин церковь служила единственным ведомством для знаковых моментов их существования. В ней регистрировались их браки, рождение их детей, факты крещения, а также смерти. Многие из них полностью отдавались служению церкви. Намного большая часть населения перешла в монахи и монахини, чем это наблюдается сегодня. Но хотя они могли рассчитывать на уход в монастырь от враждебного повседневного бытия, позади они оставляли светский мир, совсем не похожий на наш, совершенно не имеющий отношения к церкви и равнодушный к ней. В видение религиозных деятелей перешли такие сферы общественной жизни, как просвещение, благотворительность, государственное управление – юстиция, а также огромные отрасли экономики. Даже свои нападки на церковников люди оправдывали догмами, проповедовавшимися среди них самой церковью и именем Бога, по-своему понимая его промысел на основе знаний, приобретенных у той же церкви. Религиозный миф служил не только глубинной пружиной цивилизации, Люди ориентировались на него в построении своей жизни. Он определял предназначение человека как раз с точки зрения трансцендентного блага. Община всех верующих за пределами христианской церкви проповедовала одно только язычество. Сатана, прятавшийся во всей материальной форме, подстерегал тех, кто отступал от пути благодати. Если среди заблудших обнаруживался кто-то из епископов или даже пап, тем хуже было для них. Человеческие слабости не должны были компрометировать религиозное видение смысла жизни. Грядет Божий суд, и в конце времен, в день страшного суда, Создатель отделит наконец-то агнцев Божьих от козлищ сатаны. Но ближе к завершению Средневековья в Европе развивалась и менялась не одна только религия. То же самое происходило и с государством. Подавляющее большинство из нас сегодня привыкло к мысли о том, что нашу жизнь определяет некое государство. В общем и целом все согласны с разделением поверхности нашей планеты между безликими организациями, функционирующими через чиновников – отмеченными особым образом и с тем, что таким организациям делегирована конечная государственная власть во всех конкретных сферах. Многие считают так, что государство служит своего рода представителем интересов народа или наций. Но так это на самом деле или иначе – Государства представляются стандартными блоками, из которых большинство из нас построило бы политический портрет современного мира. Ни о чем подобном европеец X века даже понятия не имел. 500 лет спустя могли появиться практически все атрибуты современного государства, но не все европейцы ими тогда пользовались. Процесс появления современных государств далеко не завершившейся к 1500 году, служит одним из ориентиров, по которому современную историческую эпоху отделяют от всех остальных. Принципам и идеям предшествовало появление реалий жизни. С XIII века и дальше многие правители, обычно носившие титул королей, располагали возможностью в силу ряда причин укреплять свою власть над теми, кем они управляли. Тут все дело в том, что они могли позволить себе содержать крупные армии и оснащать их самыми эффективными средствами ведения войны. В начале XIV века в Европе изобрели железные пушки, потом бронзовые, а в следующем веке на вооружение поступили крупнокалиберные, литые, чугунные артиллерийские орудия, с их появлением великие люди больше не могли бросать вызов своим правителям, прячась за стенами замков. Стальные арбалеты тоже давали большое преимущество в бою тем, кто мог себе позволить их приобретение. К 1500 году многие правители вплотную подходили к монополии на применение вооруженных сил в пределах своих вотчин. К тому же, появилось больше споров по поводу разделявших их границ. И эти споры выражались не только в совершенствовании методов предохранения их неприкосновенности. Эта монополия ознаменовала перенос акцентов деятельности правительства с претензией на контроль конкретных подданных, находившихся в конкретных отношениях с правителем, на контроль народа, проживавшего на определенной территории. Личная зависимость постепенно заменялась зависимостью территориальной. Королевская власть над подобными территориальными агломерациями все больше непосредственно делегировалась чиновникам, которым за добросовестную службу требовалось платить точно так же, как за современное вооружение. Монархическая форма правления, функционировавшая через вассалов, знакомых королю, которые выполняли большую часть его работы в обмен на проявление благосклонности со стороны сюзерена, а также поддерживали его на поле боя, когда в этом возникала потребность, уступило место системе, при которой задачи монархического правления стали выполнять наемные работники, труд которых оплачивался из налоговых поступлений. При этом общественные блага все больше заменялись денежным эквивалентом сбор которых считался одной из наиболее важных их функций. Пергаментные грамоты и свитки к XVI веку начали уступать место сначала струям и ручьям, превратившимся в полноводье современных бюрократических бумаг. В таком общем эскизе представляется безнадежно невозможным описание сложных перемен, имевших громадное историческое значение. Они касались каждой стороны жизни народа, религии, а также санкций и власти, которую воплощали, экономики, ресурсов, предлагавшихся ею, открывавшихся или закрывавшихся социальных возможностей, идеи и требований, предъявлявшихся ими к все еще эластичным учреждениям, но конечный результат сомнения не вызывает. Так или иначе, к 1500 году начинается Организация Европы, отличающаяся по устройству от Европы королингов и османов, при том, что личным связям в их всеобъемлющем для большинства европейцев и важнейшем виде, предстояло сохраняться еще на протяжении многих веков. Общество приобретало совсем иные атрибуты, отличавшиеся от существовавших в те дни, когда свою роль играли даже племенные привязанности, отношения сюзерена и вассала, которыми на фоне притязаний на власть папы и императора внешне долгое время исчерпывалась политическая мысль, начинали уступать место понятию княжеской власти над всеми обитателями его бочины, которая в крайних предположениях типа того, что высказал король Англии Генрих VIII по поводу отсутствия внешнего авторитета для князя, кроме самого Бога, на самом деле было чем-то новым. Такое изменение совсем не обязательно было повсеместным. Шло одним и тем же путем, а также одинаковыми темпами. К 1800 году Франция и Англия на протяжении многих веков радикально отличались от отставших от них Германии и Италии. Как бы все ни случилось, в основе лежало неуклонное возвеличивание августейших семей. Короли пользовались огромными преимуществами. Те из них, кто занимался своими делами с должной тщательностью, пользовался более надежной политической поддержкой своей обычно просторной и иногда очень крупной в отчине, чем вельможи в своих усадьбах поменьше. Вокруг королевского сана создавалась атмосфера таинственности, воплощавшаяся в торжественных обрядах коронации и помазания на престол. Королевскими судами внешне обещалась более независимая юстиция за меньшую плату, чем можно было рассчитывать при обращении к местным феодалам, в XII веке к тому же начало появляться новое осознание потребностей в законе, и королям представился удобный случай заявить о том, что правовыми вопросами должны заниматься их суды. Тем самым они могли обратиться за содействием не только к ресурсам феодальной структуры, во главе которой или где-то рядом с ней они стояли, но и к иным внешним силам. Одно из них, медленно проявлявшей растущую свою роль, было ощущение национальной принадлежности. С этим понятием, которое практически все современные люди воспринимают как нечто само собой разумеющееся, следует обращаться осторожно, чтобы случайно не предвосхитить события. В средневековье никаких национальных государств в нашем понимании этого явления не существовало, и подавляющее их большинство оставались очень слабыми. Тем не менее, к 1500 году подданные королей Англии и Франции могли считать себя людьми, отличающимися от чужеземцев, подданных других монархов, даже если те могли считать народ соседней деревни фактически иностранцами. Еще за 200 лет до этого Такое различие делалось между урожанцами вотчины и теми, кто переселился на ее территорию, и чувство принадлежности к общине коренного населения постоянно усиливалось. Одним из признаков общинной принадлежности стало появление веры в национальных святых заступников, хотя церкви им начали посвящать при англосаксонских королях только в XIV веке. Красный крест Святого Георгия на белом фоне становится своего рода знаком отличия английских солдат, когда их признали официальными защитниками Англии. Его заслугу в убийстве дракона признали за ним только в XII веке, но его могли перепутать с легендарным греческим героем Персеем. Дальше пришло время написания вариантов национальной истории, предвестником которого послужила история средневековых германских народов, и открытие национальных героев. В XII веке один валиец в общем виде придумал мифологическую фигуру Артура, в то время как один ирландский летописец того же периода времени создал полностью вымышленный миф о короле Мунстера и верховном короле Ирландии Бриане Бору и его подвигах по защите христианской Ирландии от викингов. Главное же, заключалась в том, что появилось больше национальной литературы. Сначала испанцы с итальянцами и вслед за ними французы с англичанами приступили к разрушению преграды, возведенной латинами на пути литературного творчества. Предков этих языков можно распознать в романтических произведениях XII века, таких как «Песнь о Роланде», автор которой представил поражение Карла Великого, которое тот потерпел от пиренейских горцев, славным подвигом его арьергарда, устоявшего перед арабами, или песнь о моем сиде, в которой воспевается испанский национальный герой. С XIV веком приходят такие авторы, как Данте, Ленгленд и Чосер. Все они писали на языке, понимаемом нами, совсем незначительным затруднением прямые последствия всего происходившего переоценивать нам не стоит. На протяжении многих веков семья, местная община, религия или гильдия все еще будут служить главными объектами привязанности для подавляющего большинства населения Европы. Все национальные атрибуты, выраставшие в его среде, прорваться в консервативное общество того времени – смогут совсем не глубоко. Редко где они займут больше места, чем в правосудии короля и сборе королевских податей. И даже в Англии, с ее самым мощным национальным самосознанием среди государств после выхода из Средневековья, многие люди могли их вообще не разглядеть. Жители сельских приходов и небольших городов Средневековья, в свою очередь, Образовали настоящие общины, и в спокойные времена они обеспечили достаточно пищи, чтобы подумать о таком понятии, как общая ответственность. Нам действительно требуется другое слово вместо национализма. Для обозначения случайных и мимолетных проблесков общины, время от времени затрагивавшей интересы средневекового человека, или даже вызывавшей раздражение, способное внезапно полыхнуть массовыми беспорядками по поводу присутствия иноземцев, будь они тружениками или купцами. Корни средневекового антисемитизма, конечно же, тянулись совсем в иную почву. Все-таки подобные намеки на национальное чувство – иногда обнаруживают медленную консолидацию поддержки новым государствам Западной Европе. Первыми государствами, покрывшими территорию их современных преемников, были Англия и Франция. Несколько тысяч норманов перебрались из Франции после вторжения в 1066 году в англосаксонскую Англию, чтобы сформировать там новое правящее сословие. Их предводитель Вильгельм Завоеватель раздал им земли, но большую часть оставил себе. Его августейшие поместья превосходили по площади территорию поместий англосаксонских предшественников и утвердил свое верховное главенство над остальными. Он должен был считаться господином земли, и всем подданным она предоставлялась непосредственно или опосредованно им самим. Он также Унаследовал престиж и аппарат старинной английской монархии, и для него это было важно, так как за их счет он решительно поднялся над своими простыми войнами-норманами. Самые заслуженные из них получили титулы графов и баронов Вильгельма-завоевателя. Герои помельче удостоились рыцарского чина, и начали они править Англией сначала из деревянных и глинобитных замков, понастроенных ими по всей своей территории, они покорили чуть ли не самое цивилизованное общество в Европе, которое отдалось на милость англо-нормандских королей, проявивших редкую энергию. Спустя несколько лет после завоевания, английское правительство исполнило один из самых замечательных административных актов средневековья, составив так называемую «Книгу судного дня», считавшуюся основным документом при разборке тяжб о недвижимости. Сведения для нее собирали по всем графствам и группировали по сотне. И ее мелочность произвела глубокое впечатление на англосаксонского летописца, горько заметившего, постыдно все это регистрировать, но ему совсем не стыдно было это делать, что ни один вол, корова или свинья не выпали из поля зрения людей Вильгельма. В следующем веке наблюдалось стремительное, даже зрелищное, наращивание правового авторитета короны. Хотя меньшинство и слабые короли время от времени шли на августейшие уступки феодалам, Присущая монархии целостность оставалась нетронутой. Структурная история Англии на протяжении 500 лет оставалась делом короны. Монархи свою структуру расширяли и сокращали. Во многом все определялось тем фактом, что Англия существовала обособленно от потенциальных врагов. Только на севере к ней существовал доступ морем. Иноземцам было трудно вмешиваться в ее внутреннюю политику, поэтому норманы остались последними победоносными захватчиками Англии. Долгое время, тем не менее, англо-нормандские короли правили не только одним своим островным государством, они считались преемниками сложного наследия в виде имущества и феодальных зависимых территорий, простиравшихся далеко на юго-запад Франции. Как и их последователи, они все еще говорили на но нормандском наречии французского языка. Утрата большей части их так называемого анжуйского наследия происходит от названия исторической области во Франции Анжу в начале XII века, сыграла решающую роль для Франции, а также для Англии. В ходе их спора друг с другом вызревало их национальное самоопределение. За французскую корону продолжали упорно цепляться капетинги. С X по XIV век их короли последовательно сменяли друг друга, не прерывая наследной династической преемственности. Они расширили вотчинные земли, служившие фундаментом королевской власти – Земли Капитингов тоже считались плодородными. Они располагались в центре современной Франции, составляли земледельческие угодья вокруг Парижа, названные Иль-де-Франс, и долгое время это была единственная область страны со старинным названием Франция, тем самым напоминавшая факт того, что она представляет собой осколок старинного королевства франков. Угодья первых капитингов тем самым отличились от остальных западных территорий королингов, таких как Бургундия. К 1300 году их энергичные преемники расширили Франция, добавив к ней Бурж, Тур, Жизор и Амьен. К тому времени французские короли к тому же приобрели Нормандию и другие феодальные зависимые территории королей Англии. Вот вам напоминание о том, что в XIV веке и позже все еще существовали крупные феодальные владения и феодальные княжества на территории нынешней Франции. Поэтому не следует считать королевство капитингов неким монолитным единством. Все же это было своеобразное единство, во многом основанное на личных связях на протяжении XIV века это единство значительно укрепилось долгой борьбой с Англией, запомнившейся неточным названием «Столетняя война». На самом же деле англичане и французы только спорадически находились в состоянии войны между 1337 и 1453 годами, ведение затяжной войны, представлялась делом трудным. Она обходилась слишком дорого. Формально, тем не менее, на кону находилось подкрепление королями Англии территориальных и феодальных притязаний на французскую сторону канала Ла-Манш. В 1350 году Эдуард III разделил свои гербы на четыре части с гербом Франции, тем самым там постоянно сохранялась опасность возобновления боев, а возможности, которые английские дворяне видели с точки зрения новой добычи и денег от выкупа во время войны, выглядели выгодными вложениями капитала для многих из них, для правителей Англии в этой борьбе. Проявлялись новые элементы младенческих представлений о национализме. В основном в силу крупных побед, одержанных при Крессе и Азенкуре. И они вызвали на долгие времена чувство отторжения к французам. Столетняя война представляла важность для французской монархии, потому что она в некотором роде послужила прекращению феодальной раздробленности и разрушению своего рода барьеров между жителями-пикардистами и гасконцами норманами и французами. К тому же, по большому счету, эта война пошла на пользу французской национальной мифологии. Ее величайшим приобретением стала биография и пример Жанны Д'Арк, удивительная судьба которой пришлась на времена переломного момента в затянувшейся борьбе с англичанами, хотя немногие французы тех не знали о ее существовании вообще два результата войны, имевших величайшее значение и обещавших долгосрочное влияние, состояли в том, что после битвы под Креси англичане в скором времени взяли Кале, а также в том, что в конечном счете Англия потерпела поражение. Кале предстояло принадлежать англичанам на протяжении двухсот лет, и он к тому же служил воротами во Фландрию, где на нужды нескольких промышленных городов шла английская шерсть, а позже пошла на экспорт готовая ткань, которой торговали англичане. Окончательное поражение Англии означало, что ее связь с территорией Франции фактически прекратилась к 1500 году. Хотя в XVIII веке Георга III все еще величали королем Франции. Англия снова практически превратилась в остров. После 1453 года французские короли могли двигаться дальше в деле консолидации своего государства и больше не беспокоиться по поводу непонятно чем обоснованных территориальных притязаний королей Англии, постоянно приводивших к войне. У них появился шанс спокойно заняться на досуге установлением собственного суверенитета над мятежными феодалами. Война в любой стране в конечном счете способствовала укреплению монархии. Процессы, служившие заложению фундамента для национальной консолидации, пусть даже беспорядочные и непоследовательные, можно было наблюдать в Испании. К 1500 году испанцы нашли мифологизированное основание для своей национальной истории в собственном изложении так называемой «реконкисты». Особую форму и колорит испанскому национальному самосознанию придала суть затянувшейся войны проповедников христианской религии с носителями ислама. Саму реконкисту на словах иногда причисляли к подвигам крестового похода. Ее проповедовали как дело, способное объединить людей, различающихся по степени просвещения и происхождению. Иногда, между прочим, христианские короли вели активную работу с мабританскими союзниками, и случались периоды мирного сосуществования, когда казалось так, что никакое чувство религиозной исключительности внешне совсем не разделяли народы, живущие бок о бок на Пиренейском полуострове. Все-таки реконкиста тоже представляла собой череду колониальных войн по возвращению и возделыванию земель, завоеванных арабскими армиями несколькими веками раньше. Таким образом, границы христианских королевств разными по интенсивности толчками медленно продвигались вперед. В середине XII века город Толедо снова провозгласили христианской столицей, а его крупнейшую мечеть приспособили для службы в качестве собора. И в XIII веке кастильцы заняли территорию Андалусии, а арагонцы штурмом взяли арабский город Валенсию. В 1340 году, то есть после отражения крупного арабского наступления, с успехом на поле боя пришла опасность анархии, возникшая по вине неугомонной знати Кастилии, вознамерившейся на самоутверждение монархи взяли себе в союзники городских жителей бюргеров. За учреждением усиленного личного правления последовало объединение корон Арагона и Кастилии через заключение брака в 1479 году по формуле «Los Reyes Catilicos», то есть католических монархов, между Фердинандом II Арагонским и и Изабеллой I Кастильской. Тем самым облегчалось одновременно изгнание мавров и фактическое создание единой страны. Хотя эти два королевства долгое время оставались формально и юридически самостоятельными. Одна только Португалия на Пиренейском полуострове осталась за пределами структуры Новой Испании. Ее правители цеплялись за независимость, часто подвергавшуюся опасности со стороны мощного соседа. Заметных признаков проекции будущих наций на территории Германии отыскать в те времена было трудно. Надежной основой для политической власти потенциально могли послужить претензии на титул священного римского императора. Однако после 1300 года римский император фактически утратил все причитающееся такому титулу ⁇ Почтение ⁇ Последний немец отправился в Рим и навязал там свою коронацию как императора в 1328 году. Но особого счастья это ему не принесло. Одной из причин его провала стал затянувшийся в XIII веке спор между вступившими в соперничество за власть императорами. Второй причиной историки называют неспособность императоров к консолидации их монаршей власти в собственных доминионах. В Германии вотчины сменявших друг друга императорских семей обычно дробились и обособлялись. Императорские выборы находились в ведении великих магнатов. После избрания императором не предоставлялось отдельной столицы, способной послужить центром зарождающейся немецкой нации. В складывавшихся политических обстоятельствах они принуждались передавать все большее принадлежавшее им полномочия формальным вассалам. Правители крупных городов в пределах своих территорий стали пользоваться имперскими полномочиями. В 1356 году исполнители документа, традиционно воспринимающегося в качестве вехи в немецкой системной истории, хотя он служил всего лишь регистрацией свершившегося факта под названием Золотая хартия, Золотая булла, назвали семь выборных князей, которые приобрели практически все императорские права на собственных землях. Их юрисдикция, например, считалась впредь абсолютной какие-либо апелляции из их судов императору направлять запрещалось. В такой обстановке ослабления императорской власти сохранились разве что воспоминания из мифологии, которые все еще служили искушением для честолюбивых князей. В конечном счете, императорский трон перешел по наследству к австрийской семье дома Габсбургов. Первого Габсбурга на должность императора выбрали в 1273 году. Но этот случай на протяжении долгого времени оставался единичным. Имперское величие этому дому еще только предстояло, ведь из Габсбургов, практически без перерыва, пошли императоры от вступления на престол Максимилиана I в 1493 году и до конца империи, в 1806. И даже тогда им еще целое столетие пришлось править великим государством. В самом начале Габсбурги обладали одним важным преимуществом над остальными претендентами. В отличие от немецких князей, они располагали большим богатством. Но главные ресурсы они приобрели после заключения брака когда им в конечном счете досталось наследие герцога Бургундия, считавшегося самым богатым из всех европейских государств XV века, а еще один брак позволил завладеть большей частью Нидерландов. Посредством наследования и заключения брака Габсбурги добавили к своим вотчинам еще и Венгрию с Богемией. Впервые с XIII века представлялось возможным достижение настоящего политического единства в Германии и Центральной Европе в целом. Для воплощения в жизнь миссии семьи Габсбургов по объединению раздробленных династических территорий теперь появился потенциальный инструмент в виде имперского сана. К тому времени империя фактически прекратила играть свою роль к югу от Альп. Борьба за ее сохранение там долгое время запутывалась в сетях итальянской политики. Соперники по междуусобице, истощавшие итальянские города, назвали себя гвельфами и гибелинами, даже когда эти имена давно утратили свое первоначальное значение для приверженцев папы или императора. После XIV века на территории Италии не оставалось ни одной императорской вотчины, и императоры едва ли ее посещали, кроме как на венчание короной Ломбардии. Императорские полномочия делегировались так называемым викарием, которые считали свои отделения викариатов практически такими же самостоятельными административными образованиями, как владение курфюрстов в Германии. Таким правителям и их викариатам присваивались титулы, некоторые из них сохранились до XIX века герцогство Миланское числится одним из первых. Но некоторые прочие итальянские государства появились несколько иначе. Помимо Нормандского юга, королевства обеих Сицилий, существовали республики, величайшими из которых считались Венеция, Генуя и Флоренция. Такие города-республики образовались в силу двух основных тенденций – иногда вплетавшихся в раннюю итальянскую историю. Они представляли собой движение так называемых коммун и рост купеческого богатства. В X и XI веках практически на всей территории Северной Италии в качестве оправдывающих себя властных образований во многих городах появились общие собрания граждан, ассамблеи. Их участники называли такие ассамблеи парламента, или позволим себе такое определение, городские собрания. На них сходились представители городской олигархии, поднявшие за, за счет возрождения торговли, начавшегося с 1100 года. В XII веке жители городов Ломбардии бросили вызов императору и избили его войско. После такого своего триумфа они сами занимались своими внутренними делами. Золотой век для Италии только начинался. И продлиться ему было суждено в XIV веке. Его ознаменовало поразительное увеличение богатства, основанного одновременно на производстве, главным образом текстиля и торговле. Но прославился этот век культурным расцветом, выразившимся не только в том, что современники рассматривали в качестве возрождения классического просвещения, но также в создании народной литературы, в музыке и во всех изобразительных и пластических видах искусства. Его достижения получили широкое распространение по всему полуострову, но прежде всего они бросались в глаза во Флоренции при номинально республиканском, но фактически монархическом правительстве Медичи, то есть семье, судьба которой корнями уходила в ростовщичество. Но наибольшая выгода от возрождения торговли, однако, досталась Венеции. Формально числившуюся византийским вассалом, ее долгое время ценили за отстраненность от проблем европейского материка, предопределенную расположением на архипелаге богатым мелководными лагунами. Людей, спасавшихся там от преследований лангобардов, было уже предостаточно. Помимо естественного покоя, свою роль играло географическое положение Венеции. Ее граждане позже любили вспоминать, что их город с морем, образно говоря, связывали узы брака, и в ходе большого праздника республики этот факт сопровождали символическим действием, когда в воды Адриатики бросали обручальное кольцо. Венецианским гражданам запрещалось приобретение поместий на материке. Зато власти направляли их энергию на создание заморской торговой империи. Венеция стала первым западноевропейским городом, существовавшим исключительно за счет торговли. Она к тому же считалась самым успешным предприятием из всех тех, кто занимался грабежами и разрушениями на территории Восточной империи после победы в долгой борьбе с Генуей за безграничные права в торговле. Вести товар было куда. С возрождением средиземноморской торговли наступило процветание Генуи, Пизы и всех портов Каталонии. Политическое основание под строительство современной Европы было тем самым заложено к 1500 году. В их современных очертаниях просматривались Португалия, Испания, Франция и Англия. Но вот в Италии и Германии, при том, что национальность их народа стала проступать в местном наречии, связь в них между нацией и государством пока отсутствовала. Государственные структуры отличались жестокостью и спаянностью, приобретенными несколько позже короли Франции оставались всего лишь герцогами Нормандии. Различные титулы служили символами различных юридических и практических полномочий в различных провинциях. Такого рода атовизмов прошлого сохранялось еще весьма много. Структурные реликты повсеместно загромождали идею монархического суверенитета, и они могли служить оправданием мятежей. Одним из объяснений успеха Генрика VII как первого короля династии Тюдоров можно назвать то, что расчетливым браком он ликвидировал основной повод ожесточенной борьбы великих семей, втянувших носителей английской короны в войну Алой и Белой Розы XV века. И все равно в скором времени начались феодальные восстания. Тут Появился один из ограничителей монархической власти, уже принявший отчетливо современный вид. В XIV и XV веках можно отыскать первые примеры представительных парламентских органов, ставших характерными атрибутами современного государства. Самый знаменитый из них, английский парламент, раньше других созрел к 1500 году. Происхождение парламентов считается вопросом сложным и предельно спорным. Один из его корней тянется в германскую традицию, согласно которой правителя обязывали держать совет с влиятельными людьми и действовать по заранее оговоренному с ними плану. Среди ранних поборников идеи представительной власти называют церковь, ведь как раз духовенство использовало ее среди прочих средств – для введения податей в пользу папства. Она тоже послужила механизмом объединения городов с монархами. В XII веке представители итальянских городов созвали в Сейм империи. К концу XIII века практически во всех европейских странах сформировались учреждения представительной власти с абсолютными полномочиями, созываемые для участия в ассамблеях когда князьям требовалось отыскать новые способы повышения ставки поборов. В этом состояла суть дела. Для нового и более дорогостоящего государства требовалось изыскивать новые ресурсы. Созвав однажды представительные органы, князья обнаружили в них прочие для себя преимущества. Они позволяли высказывать свое мнение всем подданным, а не только одним магнатам, Ораторы сообщали правителям актуальную для местных жителей информацию. Собрания народных представителей служили пропагандистским целям. Со своей стороны депутаты первых парламентов, позволим себе их так вольно назвать, Европы, тоже обнаружили в своем аппарате собственную выгоду. У некоторых из них возникла мысль о том, что решение проблем налогообложения требует согласования мнения всех, что не только дворянство лелеет свой интерес, и поэтому всем следует предоставить право высказать свое мнение по поводу ведения дел в той или иной вотчине. Примерно с тысячного года в Европе наметились перемены в еще одном направлении. На некоторых ее территориях начинается процесс накопления богатства. В результате все больше народа постепенно обретало свободу выбора, практически неизвестную в прежние времена. Общество становилось разнообразнее по составу и сложнее. Каким бы медленным данный процесс ни казался, он представлял собой мощный скачок в развитии европейского общества. Увеличение общественного богатства, наконец-то, стало опережать рост численности населения. Далеко не везде такой процесс представлялся одинаково очевидным, а в XIV веке случился мощный откат. Такая перемена представляла большую важность, так как благодаря ей раскрылся потенциал Европы, догонявшей Китай и другие страны Азии в экономическом росте. Весьма приблизительным, зато наглядным показателем следует признать рост численности населения. Нам дано сделать всего лишь приблизительные расчеты, Зато они основываются на более надежных свидетельствах, чем за любой более ранний период. Неизбежные при таких расчетах ошибки вряд ли послужат значительному искажению общей тенденции. По ним можно вывести предположение о том, что население Европы в тысячном году составляло около 40 миллионов человек, а за следующие два века оно увеличилось приблизительно до 60 миллионов. Максимальный рост населения Европы до приблизительно 73 миллионов человек можно отнести где-то на 1300 год, после которого мы располагаем бесспорными доказательствами его сокращения. Общая численность европейского населения, судя по имеющимся данным к 1360 году, опустилась приблизительно до 50 миллионов человек а его увеличение отмечается только лишь в XV веке. Как раз тогда начался его рост, с тех пор не прекращающийся. Население Европы в целом росло, как никогда прежде, но неравномерно. На севере и западе больше, чем в Средиземноморье, на Балканах и в Восточной Европе. Объяснение лежит в плоскости снабжения продовольствием то есть в продуктивности земледелия и рыбного промысла. Они на протяжении долгого времени служили единственным возможным источником тогдашнего изобилия. Больше продовольствия удалось получить за счет освоения новых земель и увеличения их отдачи. Таким образом началось повышение продовольственной производительности, продолжающееся с тех пор. Европа обладала огромными естественными преимуществами которые у нее сохранились, обусловленными ее умеренным климатом, обильными осадками и в сочетании с рельефом местности, где преобладала просторная северная равнина, это давало большую площадь потенциально продуктивных пахотных земель. К тысячному году огромные, все еще дикие и заросшие лесом территории удалось перевести в разряд возделывающих в последующие несколько столетий. Земли в средневековой Европе хватало на всех, а с ростом численности населения появлялись необходимые трудовые ресурсы для очистки угодий от леса и возделывания целины. Пусть медленно, но европейский пейзаж все-таки изменился. Жители деревень ради расширения своих полей упорно изводили дремучие леса. В некоторых местах. Владельцы земли и правители по собственной прихоти распоряжались об открытии новых поселений, возведении монастыря в Медвежьем углу, а многие из них строились в глухих местах, часто служило открытием нового очага земледелия или животноводства в практически необжитом крае природы. Некоторые площади отвоевывали у моря или болота. В восточных землях много трофеев досталось от первой колонизации за счет первого немецкого натиска, так сказать, на Восток. Переселение немцев туда поощрялось точно так же сознательно, как позже в Англии, эпохи королевы Елизаветы, поощрялся первый этап колонизации Северной Америки. Притом большинство народа оставалось предельно нищим. Некоторым крестьянам произошедшие перемены пошли на пользу. Но возросшее изобилие обычно шло к феодалу, забиравшему себе львиную долю прибылей. Подавляющее большинство европейцев все еще жило бедно, едва сводя концы с концами. Питалось хлебом из муки грубого помола и кашами из различных видов зерна, приправленными овощами. И только изредка они могли позволить себе полакомиться рыбой или мясом. Судя по расчетам, Крестьянин потреблял приблизительно две тысячи калорий в день, практически столько же, сколько в день доставалось суданцу в конце двадцатого века, и при этом ему приходилось заниматься весьма тяжким трудом. Если он выращивал пшеницу, то муку из нее сам не ел, а продавал ее богачу, сам же перебивался ячменем или рожью, для себя у него пропитание оставалось в обрез даже когда юридическая власть господина, навязанная крестьянину посредством трудовой повинности, становилась менее тяжкой, на практике у владельца сохранялась монополия на мельницы и повозки, за использование которых крестьянину приходилось тяжело работать в поле. Так называемые «оброки» или «подати» за покровительство – собирали без учета различий между титульными владельцами земли и арендаторами, к тому же возразить на них было практически нечего. Увеличение объемов сбора товарной части урожая в интересах растущих рынков послужило постепенному превращению самодостаточных поместьй в производственные единицы, предназначенные для выпуска товаров на продажу. Их рынки следует искать в городах, неуклонно разраставшихся между 1100 и 1300 годами. Городское население увеличивалось быстрее, чем сельское. Это явление можно назвать весьма сложным. Жизнь в таком новом городе развивалась в том числе в связи с развитием торговли, но также за счет роста численности населения. Естественно, тут встает философский вопрос первичности курицы и яйца. Что из них появилось первым? Несколько новых городов выросло вокруг собственного замка или монастыря. Иногда в таком городе требовалось учреждение базара. Многие новые города, особенно в Германии, осознанно создавались в качестве колоний. Существовавшие уже давно города разрослись еще больше. В 1340 году население Парижа могло достигать около 80 тысяч жителей, в Венеции, Флоренции и Генуе могло проживать практически столько же народа, хотя таких крупных городов в Европе насчитывалось немного. Новые города совершенно определенно тяготели к складу хозяйственной деятельности края. Они служили рынками сбыта товаров или стояли на великих торговых путях, таких как реки Мез и Рейн, группировались в районе специализированного производства – таких как Фландрия, где уже в конце XII века шла слава о таких городах текстильщиков, как Ипр, Арас и Гент, или как Тоскана, где велось изготовление тканей и их доработка. Одним из первых товаров сельскохозяйственного производства, пользовавшимся высоким спросом во внешней торговле, оказалось вино, и им подкреплялся изначальный рост города Бордо столичными центрами морских областей часто становились порты, такие как Генуя и Брюгге. Заметнее всего возрождение торговли наблюдалось в Италии, где торговля с внешним миром возобновилась в первую очередь через Венецию. В этом крупном торговом городе впервые произошло отделение предприятий по предоставлению банковских услуг от денежных менял. К середине XII века, при всех изменениях текущей государственной политики, европейцы вели непрерывную торговлю не только с Византией, но и с арабским Средиземноморьем. Более того, торговля шла с отдаленными уголками всего мира. В начале XIV века за счет поставки золота из Мали через пустыню Сахару удалось ликвидировать в Европе нехватку золотых слитков – к тому времени итальянские купцы уже давно наладили торговые связи с государствами Центральной Азии и Китаем. Они продали рабов из Германии и Центральной Европы арабам Африки и Леванта. Они покупали фламандские и английские ткани, чтобы продавать их в Константинополе и на Черном море. В XIII веке впервые совершен вояж из Италии до бельгийского города Брюгге, до того использовались торговые пути по Рейну, Роне и сухопутным трассам. Проложили дороги через Альпийские перевалы, торговля подпитывалась торговлей, и на ярмарке Северной Европы и Северо-Востока потянулись новые купцы. Торгово-политический союз северогерманских городов в XIV-XVII веках под названием «Ганза» ведении которого находилась прибалтика обеспечил новый рынок для текстиля из западной европы и специй из азии но транспортные издержки при транспортировке товаров по суше всегда считались едва подъемными доставка товара из кракова в венецию обходилась в четыре раза дороже самого товара при таком раскладе европейскую экономическую географию пришлось коренным образом менять. Во Фландрии и Нидерландах, по мере экономического возрождения, в скором времени начался прирост населения, ставшего достаточно многочисленным, чтобы стимулировать очередной виток аграрных нововведений. Повсеместно, где города освобождались от монопольных оков древнейших производственных центров, наблюдался самый стремительный, невиданный до тех пор расцвет. Одним из осязаемых результатов следует назвать мощную волну городского строительства. Речь идет не только о домах и ратушах, переживающих расцвет новых городов. Данная волна оставила нам в наследство великолепные храмы Европы, и не только в виде грандиозных соборов, но и, например, множество роскошных приходских церквей, английских городков. В строительстве воплотились главные достижения технического прогресса Средневековья. Соборная архитектура требовала решения таких же сложных инженерно-технических проблем, как при строительстве римского акведука. В процессе их решения в средневековом мастере медленно зарождался строительный инженер. Средневековые технические приемы в современном понимании, не имели под собой научной основы. Они вырастали из накопленного практического опыта и творческого его применения. Можно предположить, что наиболее важным его достижением стало использование специальных приспособлений для приложения к ним мышечной силы человека, за счет чего отдача значительно повышалась. Для облегчения задачи по перемещению тяжелых предметов применялись лебедки, шкивы и наклонные плоскости. Но самое заметное изменение коснулись сельского хозяйства, где с X века получили широкое распространение металлические орудия труда. Железный плуг позволил вспашку тяжелых почв долинных земель, так как для вспашки им почвы потребовалось воловье тягло, пришлось изобретать более совершенный хомут и с ним более прочную упряжь, поворотная вага или оглобля для постромок и лошадиный хомут позволили увеличить грузоподъемность телеги. Подобных новшеств насчитывается совсем немного, зато их оказалось достаточно, чтобы земледельцы практически не страдали от неурожаев. К тому же новшествами предусматривались новые потребности содержание тягловых лошадей требовало больше зерна для их прокорма и одновременно введение нового сева оборота еще одним новшеством следует назвать распространение мукомольной техники уже к X веку в Европе начали употреблять многочисленные одновременно ветряные и водяные мельницы сначала появившиеся в Азии по мере прохождения веков мельницы стали использовать все шире и шире. Силой ветра часто заменяли мускульное усилие при помоле зерна, как это сделали люди при совершенствовании судовождения. Энергию потока воды использовали, где возможно, для обеспечения различных промышленных операций. Энергия воды двигала молотами при изготовлении валенной кошмы и кованых изделий. Здесь важную роль играло изобретение коленчатого рычага, ставших существенным элементом в мощном развитии металлургической промышленности Европы в XV веке и тесно связанных с возрастающим спросом на техническое нововведение предыдущего века артиллерии. Гидроприводные молоты использовались в бумажном производстве. Изобретение печатного станка в скором времени – придала полиграфии такую значимость, что ее стали считать важнее новой металлообработки в Германии и Фландрии. Печатный станок и бумага тоже обладали собственным революционным потенциалом для технического прогресса, так как книги служили ускоренному распространению технических приемов, и облегчали этот процесс среди увеличивавшегося отряда мастеров и ремесленников, которым такие знания предназначались. Некоторые новшества просто заимствовались у представителей другой культуры. Прялка пришла в средневековую Европу из Индии, хотя педаль к ней для передачи вращательного движения выглядит европейским изобретением XVI века. Какая бы квалификация ни требовалась, к 1500 году любые технические приемы уже получили воплощение в крупных капиталовложениях. Накопление дальнейшего капитала для промышленных предприятий тогда уже выглядело более простой задачей, чем когда-либо прежде. Доступного капитала могло становиться тем больше, чем проще становилось ведение реального дела с использованием новых технических устройств. Итальянцы средневековья – во многом создали современную бухгалтерию, а также придумали новые кредитные инструменты для финансирования международной торговли. В XIII веке появляется вексель, а с ним и первые настоящие банкиры, известные нам на рубеже современного капитализма. Понятие ограниченной ответственности тоже появляется во Флоренции в 1408 году. Однако при всей колоссальности применения такого нововведения по сравнению с прошлыми временами, нам не составит труда вычислить его ничтожность, если не думать о масштабах. Дворцы могут на самом деле производить грандиозное впечатление. Только вот весь объем товаров, проходивших через средневековую Венецию за целый год, можно вполне погрузить на одно современное транспортное судно – как бы там ни было, позиции, завоеванные на протяжении всего продолжительного периода совершенствования приемов и роста объема производства, по-прежнему оставались сомнительными. На протяжении многих веков экономическая жизнь оставалась делом рискованным, на грани краха. Средневековое сельское хозяйство, несмотря на достигнутый прогресс, выглядело ужасающе неэффективным занятием землю эксплуатировали нещадно и полностью истощали ее плодородие. Кроме навоза, иных удобрений в нее вносили совсем мало. По мере роста численности населения и сокращения площади целинных земель, семейные наделы уменьшались в размере. В 1300 году большинство европейских семейных хозяйств могло обрабатывать меньше 8 акров совсем в немногих местах, долина реки По была одним из них, делались крупные инвестиции в коллективное орошение или повышение плодородия почвы. Прежде всего, отдача сельского хозяйства зависела от погоды. Из-за двух последовательных неурожайных лет в начале XIV века население города Ипр сократилось на одну десятую часть. Локальные вспышки голода – Редко удавалось погасить за счет привозного продовольствия. Дороги с римских времен пришли в негодность, повозки оставались примитивными по конструкции, и большую часть товаров приходилось перевозить на вьючных лошадях или мулах. Водный транспорт обходился дешевле, и поставки по нему шли быстрее, но потребностям транспортировки он отвечал далеко не всегда. У купцов тоже могли возникать осложнения политического порядка. Османские завоевательные походы вызвали постепенное затухание восточной торговли в XV веке. Спрос снизился до достаточного уровня, чтобы минимальные его изменения определяли судьбу городов, производство ткани во Флоренции и Ипре в XIV веке упало на две трети. Какие-либо обобщения даются с трудом, но одно событие не вызывает ни малейших сомнений. В то время наблюдался большой совокупный откат. Внезапно подскочила смертность населения, что зафиксировано в разных местах, в разное время и во многих областях после серии неурожаев около 1320 года. Так началось медленное сокращение населения Европы внезапно превратившееся в стихийное бедствие на заре масштабных эпидемий за разных заболеваний. Эти эпидемии часто называют по имени одной из них «черной смертью» 1348-1350 годов, когда случилась самая страшная эпидемия чумы. Тогда в Европу пришла бубонная чума, но, несомненно, ее эпидемия – сопровождалась несколькими другими смертельными болезнями, прокатившимися по западу континента одновременно с этой чумой и вслед за нею. Европейцы умирали к тому же от цепного тифа, гриппа и оспы. Все эти болезни внесли свой вклад в великое демографическое бедствие. В некоторых областях могла погибнуть половина или треть их населения. В масштабах Европы... Убыль оценивается в четверть ее населения. Папское расследование дает число жертв больше 40 миллионов человек. Тулуза в 1335 году считалась городом с 30 тысячами населения, а век спустя в нем проживало всего лишь 8 тысяч. За три дня в Авиньоне умерло 1400 человек. Какого-то общего принципа распространения эпидемии не существовало, но все население Европы потрясли ее приходы. В крайних случаях возникало своего рода массовое безумие. Одним из путей поиска козлов отпущения или виновных в распространении чумы были еврейские погромы. Еще одним стало сжигание ведьм и еретиков на костре, в душе европейцев остался шрам на все оставшееся средневековье, который нашел свое художественное отображение в живописных полотнах с видами смерти и проклятия, в скульптуре и литературе. Хрупкость устоявшегося было порядка, наглядно показала шаткость равновесия между продовольственным снабжением и численностью населения. Когда из-за болезней погибает определенное количество народа, сельскохозяйственное производство резко сокращается. Жителям городов грозит смерть от голода, если они еще не умерли от чумы. Вероятно, к тому времени уже был достигнут предел производительности. Имевшиеся в распоряжении технические приемы повышения плодородия почвы и доступные новые посевные площади достигли своего предела. И кое-кто заговорил о демографическом избытке, приближавшемся к наличным к тому моменту ресурсам. От этого момента проистекал громадный откат XIV века с последующим медленным восстановлением в XV веке. Едва ли кого-то удивит то, что век таких колоссальных сдвигов и бедствий отметился жестокими социальными конфликтами. По всей Европе в XIV и XV веках прокатились массовые крестьянские восстания. Особую известность приобрела французская Жакерия 1358 года, повлекшая больше 30 тысяч жертв, и английское восстание под предводительством Уота Тайлера 1381 года, когда повстанцы на время захватили Лондон корни восстания лежат в том, что землевладельцы увеличили запросы в силу необходимости и в новых требованиях королевских сборщиков податей. В сочетании с голодом, чумой и войной без того нищенское существование простого народа стало совершенно невыносимым. «Мы созданы по образцу и подобию Христа, а вы обращаетесь с нами как с дикими животными», жаловались английские крестьяне, поднявшие восстание в 1381 году. Обратите внимание на то, что они обратились к христианским нормам своей цивилизации. Такие требования средневековых крестьян обычно четко формулировались и не вызывали сомнений. Но поиск в них зачатков социализма считается пережитком прошлого. Демографическая катастрофа такого огромного масштаба, как это не парадоксально, части нищего населения пошла на пользу. Одним из очевидных и непосредственных ее результатов стала значительная нехватка рабочих рук. Категория постоянно занятых неполный рабочий день тружеников практически исчезла. Соответственно, последовало повышение реальной заработной платы. Как только непосредственные последствия бедствий XIV века ушли в прошлое, уровень жизни беднейших слоев населения несколько повысился, так как цена зерна продолжала опускаться. Тенденция в экономике даже в сельской местности по переходу на денежные расчеты получила ускорение из-за нехватки рабочей силы. К XVI веку труд смерда и рабский статус в Западной Европе особенно в Англии, остались далеко позади. Кое-кто из землевладельцев смог приспособиться к сложившимся тогда условиям. Они, например, переключились с выращивания зерновых культур, требовавшего большого труда, на выпас овец, считавшийся занятием не столь трудоемким. В Испании все еще сохранялись возможности приобретения в пользование дополнительной земли, и существование непосредственно за ее счет. Поместья в Мавритании служили наградой солдат за реконкисту. Повсеместно многие землевладельцы просто забрасывали свои малоплодородные земли и выводили их из севооборота. Результаты всего этого оценивать нелегко, но они могли служить поощрению новых и ускоренных социальных изменений. Средневековое общество между десятым и и XVI веками в некоторых местах претерпело радикальное изменение, причем перемены происходили самым разным образом. Даже в конце той эпохи, тем не менее, они кажутся все еще практически невообразимо далекими. Одним из признаков ее представляется одержимость статусом и иерархией. Европейский человек средневековья определялся его правовым статусом. Этот человек уже не считался, что называется, отдельным атомом общества. Он представлял собой точку пересечения множества координат. Статус кое-кого из них устанавливался фактом рождения, и самым наглядным выражением такого статуса служило понятие дворянского происхождения. Дворянское сословие, сохранившееся на самом деле в некоторых местах до XX века, уже существовала со всеми его атрибутами в XIII веке. Войны постепенно превратились в землевладельцев, после этого важным критерием стало происхождение человека, так как появились основания для споров по поводу наследования имущества. На протяжении многих веков большинство дворян Северной Европы считало само собой разумеющимся то, что людям их категории следовало заниматься всего лишь военным делом, духовной службой и управлением собственными поместьями. Торговля им запрещалась в первую очередь, заниматься ею дворянам позволялось разве что через агентов-посредников. Даже когда спустя века этот барьер удалось убрать, розничная торговля считалась последним делом для тех, кого волновали такие вещи, когда французский монарх XVI века назвал своего португальского кузена королем бакалейщиков, он проявил большое непочтение, хотя над его остроумным замечанием должны были немало повеселиться его придворные вельможи. Заслуги дворянства в конечном счете сводились к военным подвигам. Посредством постепенного привития дворянам должного благородства у них медленно формируются понятия чести, преданности монарху и бескорыстного самопожертвования, которые на протяжении столетий служили ориентирами в воспитании высокородных мальчиков и девочек. Все эти высокие качества четко сформулированы в идеале рыцарства, облагородившем строгость военного кодекса чести. Он получил благословение церкви, служители, которые разработали религиозные обряды для сопровождения процесса присвоения рыцарского звания и принятия рыцарем на себя христианского долга. Легендарной фигурой, в которой в высшей степени воплотилось представление о рыцарстве, считается мифологический английский король Артур, известный во многих странах. Он показал пример жизни настоящего джентльмена и джентльменского поведения как бы эти понятия не толковали на практике. Конечно же, все эти представления никогда полностью не воплощались в повседневной жизни, зато в немногих великих творческих мифах все представлялось как надо, чего никогда не просматривалось в феодальной теории зависимости или в демократии, невзгоды войны и куда существеннее экономические трудности – всегда служили делу дробления и искажения общественных обязательств. Одним из факторов в пользу укрепления королевской власти следует назвать растущее неверие в реальность феодального понятия о роли господина и его вассала. Наступление денежной экономики требовало новых подходов к оплате труда. За службу приходилось все чаще платить наличными деньгами, аренда стала главнее услуг ушедших со сцены с ее приходом некоторые источники феодального дохода остались фиксированными в переводе на бесполезные изменения в реальных ценах правоведы доработали положение позволявшие достигать новых целей внутри так называемой феодальной структуры постепенно терявшей связь с реальностью и дряхлеющей средневековое дворянство в течение долгого времени активно пополняла свои ряды за счет достойных людей, но со временем это сословие становилось все более закрытым. В некоторых местах предпринимались попытки навсегда закрыть правящую касту для посторонних. Однако европейское общество непрерывно производило все новые категории изобилия, и даже власти, которых не находилось места в устаревших иерархических построениях, и она становилась для них угрозой. Самым наглядным примером стало появление зажиточных купцов. Они часто покупали землю. Она служила не только единственным объектом вложений капитала в мире, где таких объектов находилось совсем немного. Обладание собственной водчиной могло открыть путь к изменению статуса ведь факт землевладения считался для высокого статуса юридической или социальной необходимостью. Купцы в Италии иногда сами становились высшим сословием торговых и промышленных городов. Повсеместно, тем не менее, они бросали символический вызов обществу, в котором для начала место для них даже теоретически не предусматривалось. В скором времени купцы сотворили собственные общественные объединения – гильдии, мистерии, корпорации, через которые появились новые определения их общественной роли. Возвышение торгового сословия определялось практически функцией роста городов. Появление купцов неразрывно связывалось с самым динамичным элементом средневековой европейской цивилизации. Невольно, по крайней мере сначала, будущая история Европы практически закладывалась внутри городских стен. При том, что самостоятельность таких городов во многом зависела от права и практической деятельности властей, параллели итальянского коммунального движения можно проследить в некоторых зарубежных странах. Самой широкой самостоятельностью располагали города на немецком востоке. И ее легче всего объяснить появлением там авторитетного Ганзейского союза, объединявшего больше 150 свободных городов. Фламандским городам тоже перепала значительная степень свободы. Французским и английским городам обычно доставалось ее куда меньше. При этом ведьможи везде искали поддержку городов в их противостоянии королям. В то время как короли старались заручиться лояльностью горожан и воспользоваться их богатством в подавлении чересчур влиятельных подданных, они предоставляли городам хартии и привилегии. Стены, окружавшие средневековый город, служили символом, а также гарантией его неприкосновенности. Предписание землевладельцев на них не распространялось, и иногда их неподчинение феодальным нравам проявлялось даже еще нагляднее. Крепостной Вилан, например, мог обрести свободу в некоторых городах, если прожил в них на протяжении года и одного дня. Воздух города дарует людям свободу, говорится в немецкой пословице. Общины и гильдии внутри них служили ассоциациями свободных мужчин в течение долгого времени обособленными в несвободном мире. Бюргер или буржуа, житель небольшого города около замка или городка, представлял собой человека, живущего своей жизнью в условиях всеобщей зависимости. История всего этого, по большому счету, остается неясной, потому что она в основном касается небольшого количества известных нам людей. Богатые купцы, ставшие типичными главными фигурами новой городской жизни, боровшимися за корпоративные привилегии, представляются достаточно заметными, но об их более скромных предшественниках обычно ничего не известно. В прежние времена купец мог заниматься всего лишь сбытом экзотики и предметов роскоши, которые ремесленники средневекового европейского поместья не могли изготовить сами. Простой торговый обмен долгое время едва ли нуждался в каком-то посреднике. Ремесленники продали товары собственного изготовления, а хлеборобы, выращенные ими зерновые культуры. Однако, так или иначе, в городах появляются мужчины, наладившие деловые отношения между горожанами и селянами, а их преемники уже использовали накопленный капитал для оплаты авансом урожая для его сбыта на базаре. Не стоит удивляться тому, что практическая, юридическая и личная свобода в этих обществах больше предназначалась для мужчин, чем для женщин, хотя на дне общества оставались юридически бесправные представители обоих полов вне зависимости от наличия благородной или обычной крови, европейские женщины средневековья не могли пользоваться одинаковыми юридическими и социальными правами со своими мужчинами. И такое положение вещей можно наблюдать во всех когда-либо существовавших цивилизациях. Женщин часто ограничивали в правах на наследство, они, например, могли получить по наследству феодальное владение – но личного дворянского звания им не полагалось. Для выполнения обязанностей, сопровождавших наследство, женщину обязывали нанимать мужчину. На всех сословных уровнях, кроме верхнего, женщинам поручалась самая тяжелая работа, которой всегда хватало. Даже в XX веке можно было встретить европейских крестьянок, занимавшихся возделыванием почвы, как это все еще делают женщины в некоторых странах Африки и Азии Сегодня в основу обоснования подчиненного положения женщин в обществе легли соответствующие теоретические положения, в разработку которых свой огромный вклад внесло духовенство. В известной мере дело касалось традиционно враждебного его восприятия естественной чувственности в отношениях полов. В своем учении церковники никак не могли найти какого-то объяснения, человеческой тяги к суитию, кроме задачи воспроизведения рода человеческого. В женщине они видели первопричину падения человека и постоянное искушение похотью, и поэтому всем своим авторитетом настаивали на господстве мужчин в обществе. Но этим сказано далеко не все. В остальных обществах пошли еще дальше, чтобы изолировать и подавлять женщин, чем в христианском мире – и его церковь, по крайней мере, предложила женщинам единственную достойную альтернативу в виде домашней жизни, сохраняющуюся до нынешних времен. История религиозной женщины дает многочисленные примеры выдающихся представительниц науки, духовности и управленческих талантов. Положение хотя бы меньшинства родовитых женщин тоже незначительно улучшено Идеализации дамы в Кодексе чести поведения рыцарей XIII и XIV веков. В них встречается понятие романтической любви и предназначение мужчины служить предмету обожания. То есть речь идет об очередном этапе на пути к более высокой цивилизации. По сути, никакая христианская церковь никогда не решалась лишать женщин того, чего она лишалась в культуре некоторых других народов. Глубинные корни того, что представители более поздних поколений станут считать, так сказать, освобождением женщин, лежат по этой причине в западной культуре, роль которой во многих странах будет вызывать тревогу, выглядеть диковидной и революционной. Как бы там ни было, такие идеи в средневековье совсем не отразились на жизни даже самих европейских женщин средневековые европейские женщины скорее уравнивались перед смертью, чего нет у богатых и бедных женщин в Азии даже сегодня, и это же самое касается мужчин. Похоже, что женщины жили не так долго, как мужчины, и причина этого можно уверенно назвать частые роды и высокую смертность во время осложненных родов. Средневековое акушерство, как и остальные области медицины – оставалось на уровне, достигнутым Аристотелем и Галеном. Ничего совершеннее никто не придумал. Но мужчины тоже умирали молодыми. Фома Аквинский дожил всего лишь до 47 лет. А ведь философия даже в наше время считается делом физически совсем необременительным. Он умер в возрасте, до которого человек 20 лет в средневековом городе мог бы рассчитывать дожить. Ему повезло, так как он избежал неумолимой судьбы тех, кто погиб в младенчестве. Надо сказать, что средняя продолжительность жизни тогда составляла около 33 лет. И уровень смертности приблизительно в два раза превышал таковой в современных индустриальных странах. С точки зрения стандартов древности, насколько их можно себе представить, такие показатели выглядят вполне прилично. Это напоминает нам об одной новинке, в огромном разнообразии средневековья. Люди того времени оставили для нас средства измерения немного большей продолжительности человеческой жизни. Из этих веков приходят первые наборы фактов, на основе которых можно сделать обоснованные оценки. Когда в 1087 году командиры подразделений Вильгельма-завоевателя выехали в Англию для проведения опроса ее жителей, а также с целью описать ее структуру и изобилие в книге «Судного дня», они невольно указали путь в новую эпоху. Новые сборники сведений, обычно в целях налогообложения, появились позже, в следующие несколько веков. Некоторые из них сохранились вместе с первыми отчетами, в которых приводятся данные по сельскому хозяйству и бизнесу в количественных показателях. Благодаря им историки могут говорить с немного большей уверенностью о позднесредневековом обществе, чем о более древних временах. Глава десятая Новые пределы, Новые горизонты На Ближнем Востоке европейцев до самого последнего времени называли Франками, как было еще со времен Византии, когда подразумевали западных христиан. Это название подхватили в остальных местах и до сих пор используют в различных вариантах произношения от Персидского залива до Китая. Оно представляется больше, чем просто любопытным историческим фактом и служит полезным напоминанием о том, что не европейцев с самого начала поражало единство, а не разнообразие западных народов, и они долгое время считали его одной общностью. истоки такого восприятия можно проследить до самых отдаленных начал затянувшегося зато победного штурма европы и всего мира, когда наконец то ощутилось ослабление нажима на ее восточную сухопутную границу и северные побережья. к тысячному году нашей эры внешних врагов удалось остановить. С того времени европейцы приступили к их обращению в христианство. В пределах короткого промежутка времени Польшей, Венгрией, Данией и Норвегией стали управлять христианские монархи. Правда, Европу ждала еще одна и последняя большая угроза в виде кровавого нашествия монголов, но в то время ее никто даже вообразить не мог. К XI веку также уже началось отступление ислама. В 1071 году, после 250 лет мусульманского правления, Падермо покорили только что обращенное в христианство норманы. Исламское влияние на Южную Европу больше не распространялось из-за упадка поразившего халифат аббасидов в VIII и IX столетиях жаркой схватке с исламом предстояло продолжаться вплоть до XV века. За это время сложилось единство и воспиталось рвение носителей христианства, ставшего глубочайшим источником европейского самосознания. Такое же религиозное рвение появлялось среди мусульман во время объявления священной войны или джихада, но его симптомы выглядели не такими далеко идущими и глубокими, как среди европейцев, которых религия объединяла великим нравственным и духовным делом. Христианская вера питала их чувство своеобразия, но при этом речь идет об одной только стороне медали. Вера к тому же служила созреванию хищного аппетита военного сословия, возвысившегося над светским обществом. Крестовые походы, предусматривали возможности грабежа чужого добра и свободу действий в масштабе немыслимом во время ведения войн внутри христианского мира. Они могли обирать язычников до нитки без малейших угрызений совести. В авангарде крестоносцев шли непревзойденные хищники норманы, к 1100 году успешно отнявшие у арабов Южную Италию и Сицилию. Как бы по ошибке, они к тому же прихватили последнее владение Византии. Еще один сюжет великой борьбы с исламом в Европе представлен эпопеей испанской истории под названием «Реконкиста», кульминационный момент который пришелся на 1492 год, когда последняя мусульманская столица Испании, город Гранада, пала перед армиями католических монархов испанцы дошли до того, что стали смотреть на реконкисту как на богоугодное дело, и для него с самого начала в XI веке они сподобились собрать безземельных воинов со всех концов Европы. Но действия испанцев вызвали не меньший религиозный подъем и повышенную решительность со стороны жителей Запада, что выразилось в череде крупных предприятий в Сирии и Палестине, запомнившихся как крестовые походы. В строгом смысле под данным названием подразумевается намного более продолжительный по времени и географически более распространенный ряд событий, чем те парочка веков, которые обычно считаются эпохой крестоносцев. Суть крестового похода заключалась в благословении папой, его участников и даровании им индульгенции, обеспечивавшей крестоносцам сокращение периода пребывания в чистилище после смерти, а в некоторых случаях даже статус мученика, если кто-то погибал во время фактического участия в крестовом походе. На таких условиях крестовые походы все еще предпринимались и в XV веке, часто ради целей, сильно отличавшихся от великого дела на святой земле которая дала первых участников таких походов, против мавров в Испании, язычников славян на прибалтийских землях, христианских еретиков во Франции и даже против христианских монархов, вызвавших гнев Папы Римского. В качестве формирующей силы, тем не менее, первые четыре крестовых похода сыграли несравнимо большую роль, чем все последующие. Пусть даже крестоносцам не удалось достичь поставленной цели. Они не вернули на святую землю христианское правление, зато глубокое наследие после себя все-таки оставили. В Леванте они на короткое время основали новое колониальное сообщество. Они нанесли серьезное, возможно, смертельное поражение христианской Восточной империи. Главное же крестоносцы навсегда определили психологию и самосознание западных европейцев. Первый и самый успешный крестовый поход предпринимался в 1096 году. В течение трех лет крестоносцы вернули Иерусалим, где отпраздновали триумф Евангелия мира ужасной резней своих пленников, включая женщин и детей. Второй крестовый поход 1147-1149 годы, напротив, начался с успешного избиения евреев в Рейнланде, но после него, невзирая на участие в нем императора и короля Франции, придавших по ходу особое значение, наступила настоящая катастрофа. Крестоносцы не смогли вернуть город Эдессу, потеря которого, по большому счету, вызвала эту катастрофу и во многом послужила дискредитацией святого Бернара, как самого пылкого их апологета. Хотя нашелся побочный эффект некоторой важности, когда англичане со своим флотом отобрали у арабов Лиссабон, и он перешел в распоряжение короля Португалии. Потом, в 1187 году, Саладин вернул Иерусалим в Лоно-Ислама. Третий крестовый поход, предпринятый следом, 1189-1192 годы по социальному составу считается самым наглядным. В нем приняли участие германский император, утонувший во время него, а также короли Англии и Франции. Монархи никак не могли договориться, и крестоносцы не смогли вернуть себе Иерусалим. Никто из великих монархов не откликнулся на призыв папы Инокентия III, пойти в следующий крестовый поход, хотя многие безземельные феодалы это сделали. Венецианцы финансировали экспедицию, участники которой отправились в путь в 1202 году. Им сразу же пришлось отклониться от намеченного курса из-за вмешательства в династические проблемы Византия, что пошло на пользу венецианцам, которые помогли вернуть Константинополь свергнутому императору. Пришло время ужасной осады этого города в 1204 году, и с ней наступил конец четвертого крестового похода, памятником которого служит учреждение так называемой Латинской империи в Константинополе, просуществовавшей там всего лишь полвека. Еще несколько крестовых походов состоялось в XIII веке. И пусть они помогли отсрочить на некоторое время угрозу, стоящую перед Византией, последняя христианская цитадель в Палестине Акра пала перед мусульманами в 1281 году, и впредь крестовые походы по освобождению Святой Земли прекратили существование как самостоятельная сила. Религиозный порыв мог все еще двигать людьми, но первые четыре крестовых похода слишком часто демонстрировали истинную неприятную суть алчности их участников. Они служат первыми примерами европейского зарубежного империализма с характерным сочетанием благородных и порочных целей, а также их неудавшегося поселенческого колониализма. Тогда как в Испании и на болотах язычников Германии, европейцы двигали границу поселения, в Сирии и Палестине крестоносцы пытались пересадить западное учреждение в удаленные и диковинные условия, а также захватить земли и товары, каких было не найти в самой Европе. Крестоносцы делали это с чистой совестью потому, что своих противников они считали неверными, которые силой оружия обосновались в самых больших святынях христианства – Христиане правы, а язычники неправы, говорится в песне Роланда, и в этом, вероятно, излагается суть ответа рядового участника крестового похода на любые сомнения по поводу всего им содеянного. Немолетные успехи Первого крестового похода обусловлены случайным периодом ослабления и анархии в исламском мире. Немощные саженцы франкских государств и Латинской империи Константинополя не приживались. Зато появились более долговечные последствия, прежде всего, в отношении христианства с исламом, когда на столетия вперед возникло ощущение непреодолимого идеологического отторжения между двумя вероисповеданиями очень схожего происхождения. То, что один ученый метко назвал «потоком искажения ислама», уже шло полным ходом в западном христианском мире с самого начала XII века. Наряду с прочими мерами, такое искажение лишило возможности сосуществования двух религий, как это иногда наблюдалось в Испании, а также послужило прекращению разложения христианской культуры в этой стране мусульманскими учеными. Но раскол христианского мира опять усугубился из-за тех же крестовых походов. Осаду Константинополя устроили крестоносцы. У крестовых походов появилось, кроме того, наследство в виде нового характера западного христианства, воинственного и агрессивного, которое будет часто прорываться в предстоящие века, когда появится возможность воспользоваться техническим превосходством. В этом наследии лежат корни мировосприятия, которое применительно к светской сфере порождает тягу к покорению мира в современной эпохе. Реконкисту едва ли можно было завершить прежде того, как испанцы обратятся к южной и северной Америке, как по любое для нового крестового похода. Все-таки Европа постоянно подвергалась влиянию ислама. В борьбе религиозных воззрений европейцы заимствовали и изобрели новые привычки и общественные атрибуты. Где бы они ни сталкивались с приверженцами ислама, на землях крестовых походов, на Сицилии или в Испании, западные европейцы всегда находили поводы для восхищения врагом. Иногда они забирали себе предметы роскоши, отсутствовавшие у них на родине, шелковые ткани, парфюмерию и новые для них блюда. Кое-кто из рыцарей приобрел привычку принимать чаще, чем прежде, ванну или просто мыться, тяга к телесной чистоте большой радости не доставляла, так как считалось нарушением церковного канона, закрепленного в сознании рядового европейца, считавшего бани местом для телесных утех. Телесная чистота к тому времени еще не относилась к категории благочестивых дел. Одним из учреждений, воплощавших воинственность христианства времен Высокого Средневековья, считался военный рыцарский орден. В нем объединялись солдаты, взявшие на себя обет членов религиозного ордена и подчинившиеся дисциплине борьбы за веру. Некоторые из этих орденов превратились в очень богатые предприятия, получавшие подношения из многих стран. Рыцарем ордена святого Иоанна Иерусалимского – существующего до сих пор, на протяжении многих веков пришлось держать передний край обороны в войне против ислама. Орден тамплиеров приобрел такую великую власть и богатство, что французскому королю пришлось его просто разгромить из страха перед рыцарями, а испанские военные ордена Калатравы и Святого Якова постоянно шли в передних рядах войск реконкисты. Район военных действий еще одного боевого ордена тевтонских монахов, находился на севере, где эти монахи занимались уцерковлением народов, населявших прибалтийские и славянские земли. Здесь тоже миссионерское рвение проповедников соединилось с алчностью нищих монахов, совместными усилиями переиначивших границы и культурное наследие народов всей территории, на которой они пребывали. Инерция колонизации пресеченная на Ближнем Востоке, дальше на севере не угасала еще долгое время. Экспансия германцев в восточном направлении – заключалась в большом переселении народов, продолжавшемся несколько веков и сопровождавшемся вырубкой лесов, появлением усадеб и деревень, основанием городов, строительством крепостей для защиты этих городов, а также монастырей и церквей для их обслуживания. В то время как в результате великой экспансии Германского Востока между 1100 и 1400 годами появлялась новая экономическая, культурная и этническая карта Европы, одновременно поднимался еще один барьер на пути союза двух сложившихся к тому времени христианских традиций. Папское верховенство на Западе послужило превращению католицизма конца средневекового периода в как никогда бескомпромиссное и непримиримое для православия вероучение. С XII века и дальше Россия все больше отдалялась от Западной Европы в силу ее собственных традиций и особого исторического пути. Взятие монголами Киева в 1240 году – послужила таким же сокрушительным ударом по восточному христианству, как потеря Константинополя в 1204. К тому же из-за него произошел раскол между князьями Московского государства. В условиях, когда Византия находилась в состоянии упадка, а со спины нависали немцы и шведы, русским пришлось на протяжении нескольких веков платить дань монголам и их татарским преемникам из Золотой Орды. Такое долгое иго кочевого евразийского народа считается еще одним историческим фактором, разлучившим Россию с Западной Европой. Татарское иго сильнее всего сказалось на жизни населения южных русских княжеств, ведь именно там в основном хозяйничала монгольская орда. На Руси появляется новая расстановка политических сил. После падения Киева происходит возвышение Новгорода и Москвы, хотя их князья остаются данниками татар, расплачивавшимися с ними серебром, ратниками и невольниками. Им, как и остальным русским князьям, полагалось отправлять своих посланников в татарскую столицу Сарай на Волге, чтобы по отдельности договариваться со своими завоевателями о совместных делах. В этот период русской истории наблюдался самый больший сдвиг и неразбериха в порядке наследования власти в княжествах Руси. Интересам татарской политики и борьбе за выживание больше всего подходили самые властные претенденты. Будущая политическая традиция России тем самым приобретала свою форму, в общении с татарами с поправкой на унаследованные понятия Византийской империи. Постепенно ядро центростремительных тенденций перемещалось в сторону Москвы. Распознать данный процесс появилась возможность во время правления сына Александра Невского, ставшего князем московским. Его преемники пользовались поддержкой татар, ценивших их как толковых сборщиков податей. Церковь никакого сопротивления не оказывала, и столичное архиепископство в XIV веке переселилось из Владимира в Москву. Между тем в Европе возникла новая угроза православию. Последний на континенте исповедовавший язычество народ — литовцы. В конце XIV века они приняли католицизм, и их великий витебский князь Ягайло — включил в свои владения просторные территории славянских земель, в том числе значительные области Пруссии, Польши и Украины, с городом Киевом, которые литовцы удерживали на протяжении трех веков. С XVI века они сформировали Великосветскую республику с выборными королями, называвшуюся Речь Посполитая. На руку русским литовцы тоже воевали с германцами – Именно они разгромили Тевтонский орден в битве при Танненберге 1410 года. Падение Константинополя принесло большие перемены для Руси. Центр восточного православия теперь перемещался из Византию на землю русичей. Русскому духовенству не потребовалось много времени, чтобы осознать всю сложность причин тогдашних катастрофических событий. Византийцы, посчитали они, предательски отказались от своего наследия, бросившись искать религиозный компромисс у участников Флорентийского собора. «Константинополь пал», — писал митрополит Московский, — «потому что его священники покинули истинную православную веру. Существует одна только истинная церковь на земле — церковь Руси». Несколько десятилетий спустя, в начале XVI века, — один монах смог написать правителю Московского государства в совершенно ином тоне. Два Рима пали, но третий стоит и четвертому не бывать. Поэтому в мире остался единственный христианский правитель, и он господин над всеми правоверными христианами. Конец Византия наступил, когда в силу прочих исторических перемен появилась возможность и закономерность выхода Руси из состояния междуусобной раздробленности и освобождения ее от татарского ига. Золотая Орда распалась из-за внутренних раздоров в XV веке, и литовская экспансия полностью прекратилась. В таких внешних условиях на престол в Москве в 1462 году зашел правитель, обладавший умением ими достойно воспользоваться. Иван Великий, Иван Третий, добыл да для Руси нечто, напоминавшее по определению и в действительности то, что имели Англия и Франция с XII века. Кто-то видит в нем первого национального правителя России. Основой его творения служит объединение собственной территории русского царства. После присоединения к Московии – Псковского и Новгородского княжеств, власть Ивана Великого простиралась до самого Урала. Бояр, правивший княжествами, он выслал из Руси, а на их место назначил людей, получивших вотчины в обмен на верную службу царю. Немецких купцов Ганзейского союза, державших в своих руках торговлю на территории русских княжеств, тоже прогнали подальше. Татары, в 1481 году предприняли еще одну попытку покорения Москвы, но русские витязи ее успешно отбили, а в результате двух вторжений в Литву Иван Великий в 1503 году приобрел большую часть Белоруссии и Малороссии. Его преемник в 1514 году взял Смоленск. Иван Великий первым из русских правителей взял себе титул царь. Он сознательно пошел на воскрешение имперского прошлого, выдвинув свою претензию на наследие Цезарей, от которых происходит это слово. В 1472 году Иван Великий взял в жены племянницу последнего византийского императора. Его называли владыкой волей Божией, и во время его правления Вводится государственный герб в виде двуглавого орла, который сохранится в качестве главного символа русских правителей до 1917 года. Так русская монархия и русская история получили дополнительную византийскую окраску и стали еще больше отличаться от монархии и истории Западной Европы. К 1500 году западные европейцы, уже признали особый род монархии в России. Приемник Ивана Великого царь Василий, по всеобщему признанию, располагал намного большей властью над своими подданными, чем любой из христианских правителей. С оглядкой на прошлое уже к 1500 году появилась возможность представить себе в общих чертах будущее Европы. На протяжении веков Шел великий процесс переоценки и осмысления событий. Земли Европы теперь заселились до предела. На Востоке дальнейшее продвижение остановилось из-за консолидации христианской России, на Балканах из-за Османской империи ислама. Первая волна экспансии за счет крестовых походов фактически выдохлась примерно к 1250 году. С приходом к власти Османа в XV веке европейцам снова пришлось переходить к обороне на рубеже Восточного Средиземноморья и Балкан. Правителям несчастных государств с открытыми для нападения территориями на Востоке, таких как Венеция, приходилось присматривать за ними как можно тщательнее. Между тем, правители прочих стран начинали по-новому присматриваться к своим океанским горизонтам. Назревала. Новая фаза отношений обитателей Западной Европы с народами остальной части мира. В 1400 году европейцы все еще смотрели на Иерусалим как центр своего мира. Хотя викинги пересекли Атлантику, люди могли все еще представлять себе мир, пусть даже земной сферой, но составленной из трех континентов. Европы, Азии и Африки, расположенных вокруг замкнутого моря, названного Средиземным. Огромный прорыв в познании мира, причем самый значительный со времен монгольского нашествия, лежит уже у очередного порога истории. После него все прежние воззрения навсегда уйдут в прошлое. Путь к нему пролегал через океаны, потому что все остальные подходы казались перекрытыми. Первые прямые контакты европейцев с народами Азии осуществлялись по суше, а не по воде. Главным каналом общения служили караванные пути Центральной Евразии, и по ним поступали товары на запад для доставки от портов Черного моря или Леванта до конечного потребителя. Где бы то ни было, еще вплоть до XV века редкие суда заходили дальше юга Марокко, Затем наблюдается нарастание волны дальних морских предприятий. С ней начиналась эпоха всемирной истории в истинном ее смысле. Одно из его объяснений лежит в технической плоскости, где удалось приобрести новое оснащение и навыки его применения. Океанское судовождение требовало различных типов судов и новых методов навигации и в XIV веке они появились. Таким образом, появилась возможность для приложения огромных усилий по исследованию нашей планеты. И XV век стали называть эпохой великих географических открытий. В конструкцию судна ввели два решающих изменения. Одним из них была установка руля Ахтерштевня. Точное время его появления нам неизвестно, Хотя часть судов была оснащена им к 1300 году. Вторым называют более постепенный и сложный процесс совершенствования такелажа парусных судов. Процесс пошел с увеличением водоизмещения судов. Такого рода усовершенствования, безусловно, потребовались в контексте усложнения морской торговли. К 1500 году при 70 средневековой так называемый «баркас Северной Европы», оснащенный одной мачтой с квадратным парусом, пришлось превратить в настоящее судно с тремя мачтами и целым набором парусов. Грот мачта все еще несла прямое парусное вооружение, но оно состояло из нескольких полотнищ. Бизань мачта оснащалась большим латинским парусом, позаимствованным у моряков Средиземноморья, Фокмачта могла нести несколько прямых парусов, но к бушприту к тому же могли прикрепляться недавно изобретенные продольные кливерные паруса. Вместе с латинским парусом в кормовой части эти передние паруса обеспечили судно повышенную маневренность. Под ними можно было идти почти что против ветра. С внедрением всех новшеств, окончательная конструкция морских судов Европы оставалась практически неизменной, хотя допускавшей постоянное совершенствование, вплоть до изобретения паровой силовой установки. Колумбу тогдашние суда показались бы слишком маленькими и тесными, зато суда его времени выглядели вполне подходящими для этого капитана Клипера XIX века сооружениями, Оснащенные пушками, пусть даже крошечного калибра по сравнению с тем, что поступило на вооружение флота потом, эти суда оценил бы сам адмирал Нельсон. К 1500 году произошли некоторые решающие изменения в штурманском деле. Первыми показали, как в океане выдерживать курс судна все те же викинги. Они располагали самыми совершенными судами и навыками навигации, того времени в Европе. Ориентируясь в северных широтах на полярную звезду и Солнце, высоту которого над горизонтом в полдень к 10 столетию вычислил по таблице один ирландский астроном, они пересекли Атлантику. Затем, в XIII веке, обнаруживаются свидетельства двух крупных нововведений: в то время в Средиземноморье начинают широко применять компас, уже существовавший в Китае, но. Хотя высказываются определенные предположения, неизвестно почему или как он попал из Азии на Ближний Восток, а в 1270 году появляется первая ссылка на морскую карту, использовавшуюся на судне, привлеченном в интересах крестового похода. Следующие два столетия родились современная география и исследования неизведанных земель подталкиваемые расчетом на торговую выгоду, миссионерским рвением и возможностями установления дипломатических отношений с заморскими странами, некоторые правители стали давать деньги на исследовательские экспедиции. В XV веке они начинают нанимать собственных картографов и гидрографов, Главную роль среди таких правителей играл брат короля Португалии Генрих Мореплаватель. Как позже его назвали пользовавшиеся английским языком ученые, при том, что он никогда самостоятельно в море не выходил. Португальцам досталось протяженное атлантическое побережье. Суши их страну окружали земли Испании, а к средиземноморской торговле их не пускали опытные и прекрасно вооруженные отряды итальянцев, охранявших это море. Португальцам практически ничего не оставалось, кроме как искать новые земли по ту сторону Атлантики. Они уже начали знакомиться с северными водами, когда тот же принц Генрих Мореплаватель приступил к организации и отправке целой серии морских экспедиций. Именно он сыграл решающую роль в португальских открытиях. По ряду причин он обратил внимание соотечественников на южное направление. Всем было известно, что в Сахаре Предстояло обнаружить месторождение золота и плантации перца. Вероятно, открыли их те же португальцы. Там же отыскалась возможность привлечь на свою сторону союзника в лице легендарного пресвитера Иоанна, ударившего османом во фланг. Безусловно, хватало дела для носителей креста, занявшихся привлечением на свою сторону новообращенных, поиском славы и покорением земель. Генрих Мореплаватель, при всех его заслугах человека, толкнувшего антюристов Европы на освоение новых земель в дальних уголках земного шара и создание единого мира, по своей сути оставался человеком Средневековья. Он предусмотрительно испрашивал папское благословение и одобрение всех своих экспедиций. Он пошел крестовым походом на Северную Африку, прихватив с собой обломок животворящего креста, и принял участие в захвате португальцами Цента в 1415 году, тем самым покончив с мертвой хваткой ислама, державшего под своим контролем морские пути на западе Средиземного моря. Он сыграл первую скрипку на заре эпохи великих географических открытий, организовав системное казенное финансирование исследовательских экспедиций. Все-таки его душевные струны подверглись настройке по камертону мира рыцарей и участников крестовых походов, под влиянием которых сформировались взгляды нашего Генриха. Он представляется выдающимся образцом человека, совершившего в своей жизни намного больше, чем мог в силу ограниченности своих познаний. Португальцы упорно продвигались в южном направлении. Они начались исследования африканского побережья, но те среди них, кто похрабрее, достигли островов архипелага Мадейра и с 1420-х годов приступили к их хозяйственному освоению. В 1434 году один из их капитанов миновал мыс Бушдур, считавшийся важным психологическим рубежом преодоление которого стало первым большим триумфом Генриха мореплавателя. Десять лет спустя они обошли Кабо-Верде и утвердились на Азорских островах. К тому времени они усовершенствовали свое судно класса «Каравелла», оснащенное новым такелажем для хода на встречный ветер и против течения на обратном пути в родной порт с выходом в открытый Атлантический океан на возвратный курс по пологой дуге. В 1445 году португальцы дошли до Сенегала. В скором времени после этого португальцы построили там свой первый форт. Генрих-мореплаватель умер в 1460 году, но к тому времени его соотечественники получили все необходимое для продолжения движения дальше на юг. В 1473 году они пересекли экватор и в 1487 году высадились на мысе Доброй Надежды. Впереди лежал Индийский океан. Арабы давно занимались торговлей через этот океан, и лоцманов вполне тогда хватало. Существуют к тому же воспоминания о китайцах, живших двумя поколениями раньше – по ту сторону Индийского океана располагались еще более богатые источники специй. В 1498 году Васко да Гама наконец-то бросил якорь в индийских водах. К тому времени еще один моряк, известный всем генуэзец Христофор Колумб, в поисках Азии, пересек Атлантику, уверенный в правильности Птолемеевой географии, и рассчитывавший в скором времени добраться до назначенного места в своих расчетах он жестоко обманулся зато открыл америку доставшуюся католическим монархам испании под названием вест индия на современной карте увековечена непоколебимая вера колумба в то что он совершил открытие островов у побережья азиатского континента в ходе своего рискованного предприятия радикально отличавшегося от осмотрительного, хотя не лишенного храбрости, продвижения португальцев в обход Африки, в отличие от них, но неосознанно, ему посчастливилось открыть целый континент, хотя во время своего второго гораздо тщательнее организованного вояжа, совершенного им в 1493 году, он занялся исследованием только его в островов португальцы достигли известного континента по новому маршруту. Прошло совсем немного времени, хотя до последнего своего дня Колумб отказывался признавать непреложный факт даже после еще двух экспедиций и высадки на материк, и до европейцев стало доходить, что Колумб в конечном счете проложил маршрут совсем не в Азию. В 1494 году обнаруженной в Западном полушарии Земле, впервые присвоили историческое название ⁇ Новый свет ⁇ Зато только в 1726 году появилось осознание того факта, что Азия и Америка все-таки разделяются Беринговым проливом. Представители предприимчивой части двух атлантических наций пытались прийти к пониманию собственных интересов, в мире расширяющихся горизонтов. Первое Европейское соглашение о торговле за пределами европейских вод заключили власти Португалии и Испании в 1479 году, когда Гвинейский залив контролировали португальцы. Теперь оставалось только продолжать разграничение сфер влияния. Папа Римский назначил временную награду в виде раздела мира между Португалией и Испанией по линии в 100 лиг. Лига – мера длины, приблизительно равная 3 милям, к западу от Азорских островов, но ее пришлось изменить в соответствии с Тордесильянским договором 1494 года, положениями которого Португалии передавались все земли к востоку от линии долготы, проходящей на 370 лик западнее Кабо-Верде, а Испании – все земли к западу от нее. В 1500 году португальская эскадра по пути в Индийский океан зашла в Атлантику, чтобы уйти от встречных ветров, и, к удивлению ее командования, перед ней открылась земля – лежавшая к востоку от линии, указанной в договоре. Она принадлежала не Африке. Португальцам открылась Бразилия. С тех пор португальцам принадлежала судьба всей Атлантики, а также Азии, при том, что главные свои усилия они все еще сосредоточивали на восточном направлении, состоявший у них на службе итальянец по имени Америго Веспуччи, Через какое-то время ушел на юг достаточно далеко, чтобы доказать, между Европой и Азией на западном маршруте лежат не просто острова, а целый незнакомый континент. В скором времени этот континент назвали в честь его первооткрывателя Америкой. Такое название южной части континента позже распространили на его северную половину. В 1522 году, то есть спустя 30 лет после высадки Христофора Колумба на Багамах, капитан судна на службе испанской короны совершил первое кругосветное плавание. Португальца, под командованием которого был совершен такой подвиг, звали Фернан Магеллан. Он дошел до Филиппин, где его убили, а до своей гибели обнаружил и прошел пролив, названный в его честь. Из его спутников выжило и вернулось в Испанию 18 человек. Этим путешествием и доказательством его участников того факта, что все великие океаны связаны между собой, заканчивается пролог европейской эпохи и начинается ее содержательная часть. Всего лишь примерно за сто лет открытий и изысканий Поменялись представления европейцев о мире и изменился курс их истории. С этого времени народам, обладающим выходом в Атлантику, предоставлялись возможности, недоступные отрезанным от морей державам Центральной Европы и Средиземноморья. В первую очередь подразумевались Испания и Португалия, но к ним должны будут присоединиться и превзойти. Франция, Голландия и прежде всего Англия с ее разнообразием гаваней, располагавшихся в центре недавно увеличившегося за счет морских просторов полушария, к ним не составляло большого труда добраться из внутренних районов Британских островов, и из них представлялось удобным наносить удары по основным европейским морским маршрутам на протяжении следующих двухсот лет. Воспользоваться всеми перечисленными изменениями стало возможно в силу развития навыков нижнего звена морского сословия и расширения географических знаний. Новой и определяющей фигурой прогресса в морском деле служил профессиональный исследователь и штурман. Многих из них подарила миру Италия, в том числе самого Колумба. Новые знания тоже лежали в в основе не только концепции этих путешествий и их успешного технического исполнения, но также они позволили европейцам по-новому увидеть свои отношения с окружающим миром. Подводя итог, отметим, что Иерусалим прекратил служить центром мира. Карты, которые люди начали составлять, при всей их большой приблизительности, представляли в общем виде реальный образ земного шара. В 1400 году один флорентиец возвратил из Константинополя копию географии Птолемея. Представление о мире, описанном в ней, фактически оставалось забытым на протяжении целой тысячи лет. Во втором веке нашей эры мир Птолемея уже включал Канарские острова, Исландию и Шри-Ланку. Всем им нашлось место на его картах, хотя недоразумением можно считать то, что Индийский океан обозначался как акватория, окруженная сушей. Перевод его текста со всеми допущенными автором ошибками и размножение копий, сначала в рукописном виде, а позже полиграфическим способом, между 1477 годом, когда вышел первый оттиск, и 1500-м, насчитывается, шесть выпусков, послужили мощным стимулом для совершенствования ремесла картографии. «Атлас», представлявший собой сборник гравированных и печатных карт, сведенных в том, изготовили в XVI веке. Теперь больше, чем когда-либо, человек могло его купить или свериться с картиной своего мира, с усовершенствованием отображения местных предметов на схеме, к тому же облегчалась задача прокладки маршрутов. В этом деле выдающимися заслугами отличился голландец Герард Кремер, оставшийся в истории под именем Меркатор. Он первым напечатал на карте слово «Америка», и ему принадлежит изобретение проекции наиболее распространенной до нынешнего дня в виде карты мира, перенесенной как будто с развернутого цилиндра с Европой в его центре. Самая поразительная черта этой его прогрессии заключается в интегральной и системной природе. Европейская экспансия на следующем этапе всемирной истории выглядит сознательной и целенаправленной, как никогда прежде. Европейцы издавна мечтали о территориальных приобретениях и золоте. В их алчности, лежавшей в основе всего предприятия, ничего нового не просматривалось. Прежним оставалось и религиозное рвение, которое подчас служило им вдохновением, но чаще скрывала приводные пружины даже от самих участников событий. В качестве новизны следует отметить укрепляющуюся уверенность в себе, основанную на приобретенных знаниях и достигнутых успехах. В XV веке европейцы стояли в начале этапа своей истории, в течение которого их энергия и уверенность будут расти внешне, практически безгранично. Окружающий мир оставался на своем месте, зато сами европейцы двинулись на его решительное освоение. Масштаб такого разрыва с прошлым сразу осознанию не поддается. В Средиземноморье и на Балканах европейцы все еще чувствовали себя перепуганными и агрессию себе не позволяли. Искусство мореплавания и судовождения – все еще находилась в зачаточном виде. Хронометрист начнет давать достаточно точный отсчет времени для выполнения рейса, например, не раньше XVIII века. Зато открывался путь к налаживанию новых отношений между Европой и остальным миром, а также между теми же европейскими странами. За открытием новых земель последует покорение их населения – а со временем начнется эксплуатация европейцами богатейших зарубежных ресурсов. Поднималась заря коренного преобразования мира. Некое равновесие, просуществовавшее тысячу лет, уходило в прошлое. По мере развертывания следующих двух столетий, тысячи судов из года в год и за дня в день будут покидать причалы Лиссабона, Севильи, Лондона, Бристоля, Нанта, Антверпена и многих других европейских портов. Их экипажи отправятся на поиск новых рынков сбыта и получения барыша на остальных континентах. Причаливать им предстоит в Каликуте, Кантоне, Нагасаки. Со временем к ним должны присоединиться суда из мест, где европейцы утвердились за границей, из Бостона и Филадельфии. Батавии и Макао. И в течение всего этого времени ни одно одномачтовое арабское каботажное судно не нашло пути в Европу. Только в 1848 году китайскую джонку ввели в русло Темзы. Только в 1867 году японское судно пересекло Тихий океан по пути в Сан-Франциско, когда европейцы уже широко использовали накатанные великие морские маршруты. В 1500 году Европа уже однозначно выглядела центром новой цивилизации. В скором времени этой цивилизации предстояло распространиться на остальные земли. Ее стержнем все еще служила религия. О правовых последствиях всего этого речь уже шла выше мощным фактором общественного регулирования и управления выступала церковь, несмотря на все превратности, выпавшие на ее долю. К тому же ей досталась роль хранителя культуры и просветителя всего народа, мотора и вместилища самой цивилизации. Начиная с XIII века, бремя ведения летописи, просвещения и научных исследований долгое время лежавшее на монастырских монахах, теперь разделили монахи нищенствующих орденов и, главное, сотрудники новых учреждений, в которых монахи иногда играли заметную роль университетов. Первые из них появились в Болонье, Париже и Оксфорде. К 1400 году образовалось еще 53 университета. Важность университетов для будущего Европы, тем не менее, состояла в том, что своим существованием они обеспечивали такое положение вещей, при котором с появлением образованных мирян в значительном количестве их формирование шло под влиянием ведомства, находящегося под крылом церкви и освященного религией. Кроме того, университетам предстояло послужить великой объединяющей свободной от национальных предрассудков, культурной силой. Лекции в европейских университетах читали на латыни, то есть на языке церкви. Его былой статус языка просвещения все еще проявляется в рудиментарной латыни университетских церемоний и названиях ученых степеней. Появление нового учреждения просвещения Пошло на пользу с точки зрения популяризации права, медицины, богословия и философии. Философия на заре средневековья практически растворилась в богословии. Затем в XII веке, когда специалисты приступили к прямому переводу философских трудов с греческого языка на латынь, европейские ученые получили возможность самостоятельно ознакомиться с наследием классических философов. Появился перевод трудов из исландских источников. Когда на латынь переложили произведения Аристотеля и Гиппократа, к ним сначала отнеслись с большим недоверием. Такое отношение сохранялось практически до середины XIII века. Но постепенно полным ходом – Пошел поиск путей согласования между классическим и христианским описанием мира, когда прояснилось, прежде всего благодаря трудам двух доминиканцев Альберта Магнуса и его ученика Фомеа Квинского, что согласование и синтез на самом деле возможны. Так случилось, что классическое наследие в Западной Европе возвратили к жизни и повторно окрестили. Вместо противопоставления и критического подхода к духоцентрической культуре христианского мира, это наследие включили в нее. Классический мир начали рассматривать в качестве предшественника мира христианского. На протяжении многих веков человек станет в делах интеллектуальных обращаться к авторитету религии или классики. Из классиков первым числится Аристотель, наследие которого ценится выше всего. Если его не смогли причислить к лику святых, то духовенство относится к нему по меньшей мере как к своего рода пророку. Прямое доказательство заключалось в выдающемся системном и рациональном достижении средневековой схоластики. Такое название присвоили интеллектуальному усилию, по проникновению в суть христианского учения. Сила схоластики лежит в ее широте охвата явлений жизни, блестящей как нигде проявившимся в труде аквинцев «сумма теологика», который выше всего ценится за его конечное достижение и тонкий синтез. Его составители попытались описать все явления. Его слабость лежит в плоскости нежелания авторов обратиться к созерцанию и эксперименту. Христианство обеспечило средневековому уму мощную подготовку в логическом мышлении, но совсем немногие мыслители, обособленные и не похожие на других людей, смогли смутно разглядеть возможность прорыва через авторитет к действительно экспериментальному методу. Как бы там ни было – Внутри христианских культурных достижений можно разглядеть первые признаки освобождения от закрытого мира раннего средневековья. Как это ни парадоксально, но христианский мир обязан им исламу, хотя на протяжении долгого времени сохранялось глубокое подозрение и страх в отношениях простолюдинов к арабской цивилизации. К тому же не следует забывать о невежестве – Перевод Корана на латынь появился только в 1143 году. Непринужденное и терпимое отношение между верующими и иноверцами, обе стороны относились друг к другу именно так, встречались очень редко. Сосуществование двух этих культур наблюдалось прежде всего на Сицилии и в Испании – в XII и XIII веках там славно поработали переводчики, совершившие великое дело. Германскому королю и императору Священной Римской империи Фридриху II относились с глубочайшим подозрением потому, что наряду с гонениями на еретиков он одновременно приглашал евреев с сарацинами к своему двору в Палермо. Еще одним особенно важным местом — считалась древняя столица Вестгота в город Толедо. В таких местах писцы переписывали с подлинников и копий труды на латынь, которым предстоит пользоваться огромным спросом на протяжении ближайших шести веков. Работы евклида сначала переписывали от руки, а потом издавали полиграфическим способом. В конечном счете, тираж его трудов превысил тираж любого другого автора, кроме Библии, по крайней мере, до XX века. Они стали фундаментом математической науки Западной Европы и сохраняли это свойство вплоть до XIX века. Таким манером эллинистический мир снова превратился в источник орошения мышления европейцев. Проще говоря, исламская передача античности европейцам началась с астрологии, астрономии и математики, то есть предметов, близко связанных друг с другом. Как раз этим путем в Европу пришла астрономия Птолемея, и до XVI века она считалась достойным основанием для космологии с навигацией. Исламская картография считалась фактически более передовой, чем европейская, практически на всем протяжении Средневековья, а арабские моряки использовали магнит для судовождения задолго до их европейских коллег, хотя как раз европейцам предстояло осуществить великие океанские открытия. Астролябия числится греческим изобретением, но ее применение получило широкое распространение в Европе благодаря арабским писаниям. Когда Чосер написал свой трактат на тему использования астролябии, он взял в качестве ее образца древнюю арабскую астролябию. Самым важным событием можно назвать поступление из арабских источников новой системы исчисления и десятичной запятой, то и другое индийского происхождения. Пользу десятичной запятой в упрощении вычислений можно понять через попытку написания суммы в римских цифрах. Из всех наук, основанных на внешнем изучении предмета, кроме астрономии, самым главным приобретением Европы, поступившим от ислама, считается медицина. Наряду с трудами по медицине Аристотеля, Галена и Гиппократа, прямым переводом с греческого языка этих авторов занялись после 1100 года, арабские практики и наставники к тому же Привнесли в практику европейских лекарей огромный объем знаний по терапии, анатомии и фармакологии, накопленной арабскими врачами. Престиж арабских практических знаний и теоретической науки облегчил восприятие утонченных, опасных и подрывных идей. В Европе начали изучать арабскую философию и богословие. Наконец, даже европейское искусство выглядит затронутым исламом, так как изобретение перспективы, преобразившей живопись, как говорят, пришло из арабской Испании XIII века. Европе, со своей стороны, предложить было практически нечего, кроме приемов ведения артиллерийского огня. В Средневековье Европа обязана была исламу больше, чем любому другому тогдашнему источнику знаний и умений, при всем их величайшем и диковинном интересе путешествие Марко Поло или миссионерское блуждание монахов по Центральной Азии изменению Европы послужили совсем слабо. Объем товаров, предназначавшихся для обмена с другими уголками мира, все еще выглядел крошечным даже в 1500 году. С технической точки зрения, Европа в полной мере обязана Восточной Азии – не только за переданное ей искусство выработки шелка, который пришел туда из Великой Восточной империи, и бумаги, которые изобрели в Китае во втором веке нашей эры, а в Европу она попала в XIII веке, а потом еще раз пришла туда через арабскую Испанию. Новые идеи из ближайших стран Азии, такие как индийская математика, поступали в Европу после тщательной доработки арабскими практиками. Если принять во внимание всепроникающую способность исламской культуры, то получается, что вряд ли тот же ислам в некотором смысле служил преградой между Европой и Востоком. Ведь Китай и Индия просто находились слишком далеко от нее. Во времена дохристианской античности до них в конце-то концов просто было трудно добраться, хотя транспортное сообщение уже тогда особого труда не составляло. Повторное воссоединение классических и христианских воззрений, при том, что оно воплотилось в трудах тех же аквинцев, десятью веками позже послужило ответом на насмешливый вопрос Тартуляна о том, какое отношение Афины имели к Иерусалиму. Важность восстановления родственных связей христианского мира с его предшественником уже отмечается в одном из главнейших произведений искусства Средневековья, кто-то назовет его самым главным, в божественной комедии Данте. Данте описывает свое путешествие по аду, чистилищу и раю, составлявшим вселенную христианской истины. Однако проводником ему служит не христианин, а язычник, классический поэт Вергилий. Вергилий играет далеко не декоративную роль. Он выступает в качестве авторитетного проводника к истине, так как еще до рождения Христа предсказал его появление среди смертных. Этот римский поэт превратился в пророка, стоящего в одном ряду с авторами Ветхого Завета. При том, что представление о связи с античностью существовало всегда. Как об этом говорят Постоянные попытки восторженных летописцев связать франков или британцев с потомками троянцев, в отношении к ней Данте просматривается нечто эпохальное. Признание классического мира представителями мира христианского при всем схоластическом его окружении послужило предпосылкой для изменения, обычно считающегося более радикальным, так как оно заключалось в мощном возрождении жанра посланий гуманистов – XIV-16 веков. Данный период Возрождения проходил под знаком Латыни. Только в 1497 году появилась первая греческая грамматика, изготовленная полиграфическим способом. Одной из символических фигур того отрезка культурной истории считается Эразм Роттердамский, который одно время был монахом. А позже в качестве передового представителя исследователей классики стал корреспондентом подавляющего большинства ведущих гуманистов, причем он все еще рассматривал свои классические произведения как выход на собственное исследование священного писания, и его самым важным делом считается издание греческого Нового Завета. Само издание текста Библии, разумеется, можно считать поступком революционным, но Эразм совсем не собирался опрокидывать религиозный порядок, даже при всей живости и остроумии, с какими он дразнил и высмеивал разъевшихся церковников, и призыве к самостоятельному мышлению, чем отличались его книги и письма, Корни его творчества лежат в благочестии мистического движения мыслителей Нидерландов XV века, названного «девотио модерна», а не в языческой старине. Кое-кто из европейских мыслителей, начавших культивировать исследования классических авторов и призывать исключительно к языческим классическим идеалам, изобрели понятие «средневековья» или «средневековий», котором упор делали на суть его новизны – Позже на них, в свою очередь, стали смотреть как на деятелей, так сказать, возрождения утраченной традиции. Ренессанса классической античности, однако их формирование шло внутри культуры, позволившей с XII века внедрить большие изменения в христианскую цивилизацию. Разговор о Ренессансе может быть полезным, если иметь в виду ограничение контекста, в котором мы используем это слово, но было бы искажением истории в случае применения его для обозначения культурных преобразований, обозначивших радикальный разрыв со средневековой христианской цивилизацией. Ренессанс был и остается расхожим мифом. Одним из тех предположений, которые помогают людям сделать свой собственный выбор в жизни и действовать с большей отдачей. Чем бы ни был известный всем ренессанс, четкой линии в европейской истории, отделяющей его от средневековья, не существует, как бы нам не хотелось определить его границы. Зато практически повсеместно, тем не менее, можно заметить изменение акцента. Это особенно ярко проявляется в отношении представителей текущей эпохи к прошлому. Художники XIII века, как и художники века XVI, изображали великих деятелей античности в одеждах их собственного времени. Александр Великий в какой-то момент выглядел как средневековый царь. Позже шекспировский цезарь носил не тогу, а камзолы-панталоны — можно сказать, что не существовало никакого реального исторического смысла ни в подобном изображении прошлого, ни в понимании огромных различий между людьми и вещами прошлого и настоящего. Вместо этого история рассматривалась в лучшем случае в качестве школы наглядных примеров. Различие между этими двумя подходами состояло в том, что в средневековом представлении Античность к тому же изучалась как источник признаков божественного замысла, доказательство существования которого в очередной раз победоносно подтвердило учение церкви. Речь идет о наследии святого Августина и о том, с чем согласился Данте. Но к 1500 году в прошлом удалось различить еще кое-что, точно такое же далекое от истории, но людям оно показалось более подходящим для их эпохи и неловкого положения. Кто-то, возможно, даже язычник, отличный от христианина, нашел классическое вдохновение, и в результате все снова обратили внимание на классические послания. Идея Ренессанса особыми узами привязывалась к новаторству в искусстве. В Европе позднего Средневековья – Наблюдаются практически все новшества. Она выглядит точно такой же оживленной и созидательной, как любой другой крупный центр цивилизованной традиции с XII века и дальше. В музыке, драме и поэзии появились новые творческие формы и стили, трогающие нас за душу до сих пор. К XV веку, тем не менее, уже стало ясно, что их ни в каком смысле нельзя сковывать исключительно служением Богу. Искусство становится самостоятельной сферой деятельности человека. Окончательное завершение этого изменения послужило главным эстетическим выражением Ренессанса, безусловно превосхитившим его стилистические новшества, хотя и считавшимся революционным. Оно явилось нагляднейшим знаком того, что христианский синтез и духовная монополия культуры разваливаются. Одним из его выражений представляется медленное расхождение классической и христианской мифологии. Еще можно назвать появление романской и провансальской любовной поэзии, многим обязанной арабскому влиянию. Развитие готического стиля в светском строительстве, например, величественных зданий ратуши в новых городах или популяризация народной литературы, предназначенной для образованных мирян, ярчайшим примером чего служат контерберийские рассказы Чосера. Такие изменения очень сложно привязать к конкретным датам, так как новшества принимались безоговорочно далеко не всегда. В литературе существовало особенно строгое физическое ограничение на то, что позволяло сделать из-за затянувшейся нехватки произведений. Первый выпуск полного собрания сочинений Чосера удалось напечатать и издать только к середине XVI века. К тому времени уже, несомненно, полным ходом шла коренная ломка во взглядах, все тенденции, которые до сих пор затронуты были по форме, но сумма изменений такую ломку представлять слишком мелко, и практически во всем она обязана приходу печатной книги. Даже народное произведение категории контерберийских рассказов оставалось недоступным для широкой общественности до тех пор, пока развитие полиграфии не обеспечило издание массовых тиражей. Когда это произошло, воздействие книг на умы народа значительно усилилось. Такой вывод выглядит справедливым для всех категорий книг – поэзии, истории, философии, техники и, прежде всего, самой Библии. Появление массовой книги вызвало самое глубокое изменение в области распространения знаний и идей с момента изобретения письма. Его называют самой крупной культурной революцией этих веков. С оглядкой на прошлое ее можно рассматривать в качестве старта ускоренного распространения информации, которая продолжается полным ходом даже в наши дни. При том, что новый технический прием уже использовался в несколько ином виде, он никак не связан с изобретением печати в Китае, разве что очень косвенно через появление в Европе бумаги. С XIV века для изготовления бумаги приличного качества в Европе использовалась ветошь, и изобретение данной технологии послужило важным вкладом в полиграфическую революцию. Вторым вкладом стало изобретение принципа печати как такового. Переведением изображений на текстиль занимались в Италии еще в XII веке. Дальше шло использование литья металла для шрифтов – Вместо деревянных клише уже использовалось для изготовления клише игральных карт, календарей и изображений святых. Затем составление масляных чернил и прежде всего использование рассыпного металлического шрифта, названное последним изобретением, представлялось решающим. Хотя подробности всего дела теряются во мраке веков а эксперименты с деревянными буквами велись в Харлеме с начала XV века, нам достались все основания считать изобретением полиграфии специалиста по огранке алмазов из Майнца Иоганна Гутенберга, имя которого теперь традиционно связано с ней. Около 1450 года он со своими коллегами создал способ современной печати – и в 1455 году в Майнце появляется признанная всеми первая настоящая напечатанная в Европе книга Библия Гутенберга. Собственная деловая карьера Гутенберга к тому времени окончилась неудачей. Но нечто пророческое нового века торговли появляется в факте того, что капитал его предприятия не смогли оценить по достоинству. Накопление оборудования представлялось дорогим делом, и коллега, судивший ему деньги, привлек его к суду за накопившиеся долги. Вердикт приняли не в пользу Гутенберга, лишившегося печатного пресса, поэтому Библия, вышедшая из-под этого пресса, ему не принадлежала. К счастью, дело на этом не закончилось. Архиепископ Майнца в знак признания великого дела Гутенберга пожаловал ему дворянский титул. Зато он совершил переворот в своем новом деле. К 1500 году, по имеющимся подсчетам, вышло около 35 тысяч отдельных изданий книг. Их называли инкунабула. Это могло означать тираж от 15 до 20 миллионов копий. К тому времени тираж всех рукописных книг в мире мог быть гораздо меньше. В следующем столетии насчитывалось 150 200 тысяч отдельных выпусков печатных изданий, а тираж этих книг мог быть в 10 раз больше. Такое количественное изменение сливается с изменением качественным. Культура, возникшая с приходом полиграфии с рассыпным шрифтом, настолько же отличалась от любой предыдущей культуры, как она отличалась от культуры носителей, которая воспринимает как само собой разумеющееся дело радио и телевидение. Тогда современная эпоха была эпохой печати. Забавно, но неудивительно, что первой печатной европейской книгой должна была стать Библия то есть священный текст, лежащий в основе средневековой цивилизации. С помощью печатного станка ее содержание должно было распространиться как никогда прежде широко и с непредсказуемыми последствиями. В 1450 году редкий приходской священник владел собственной Библией или мог ее у кого-нибудь позаимствовать. Сто лет спустя иметь ее должен был каждый священник а в 1650 году единицы из них не располагали своим собственным томом. Первые печатные Библии представляли собой тексты латинской вульгаты, но в скором времени появились версии на народном наречии. Библию на немецком языке напечатали в 1466 году. В переводе на каталонской, чешской, итальянской и французской языки она появилась ближе к концу XV века, а вот англичанам пришлось ждать Нового Завета, напечатанного на их языке до 1526 года. В распространении священных текстов, из которых Библия была только лишь самым важным, набожные миряне и церковники в равной степени жертвовали средства на протяжении 50 или 60 лет. Печатные станки устанавливали даже в монастырских домах. Между тем, все большими тиражами печатались книги по грамматике, истории и, прежде всего, труды классических авторов, отредактированные гуманистами. Еще одним нововведением из Италии стал более простой, более ясный шрифт, смоделированный с рукописей флорентийских ученых, которые повторили плотное письмо королингов. Процесс пошел безостановочно. Последствия выразились в господстве европейского сознания через печатную среду. В 1501 году Папа Римский выступил перед епископами с весьма правительским намеком на то, что ключом к сохранению чистоты веры должен стать контроль над печатным делом. Но большая угроза повисла не только над одной религиозной догмой, какой важной она им не представлялась бы, началось изменение самой природы печатной книги, когда-то редкое произведение искусства, таинственное знание которого было доступно только избранным книга, превратилось в некое инструмент и предмет материальной культуры многих печати предстояло проложить новые каналы связи для правительств, сформировать новую среду для творчества художников, распространение иллюстрированного и архитектурного стиля в XVI веке шло намного быстрее и шире, чем когда-либо прежде из-за растущей доступности гравированной матрицы печати, а также дать новый стимул распространению технических приемов. Печатью стимулировалось массовое стремление к освоению грамоты и тем самым набирало популярность образование. Ни одно другое изменение не обозначало так ясно окончание одной эпохи и наступление другой. Что все это означало для определения роли Европы в предстоящую эпоху всемирной истории, сказать точно очень трудно. К 1500 году совершенно определенно можно было поверить тем немногим европейцам, кому пришло в голову подумать обо всем этом вообще. Корни их цивилизации уходят в религию, отцы, которые учили их тому, что они представляют собой народ, блуждающий во времени, их видение будущего позволяло с большей легкостью понять былые опасности и осознавать общую задачу, а также смотреть на них без особого страха. Следовательно, в Европе возникла первая цивилизация, народ которой представлял себе время не как бесконечное, хотя, возможно, цикличное напряжение, а как непрерывное изменение в определенном направлении, как некий прогресс. Избранный народ Библии конце-то концов, куда-то шел. Евреи представлены в Вечной книге непростыми людьми, с которыми случились необъяснимые происшествия, которые им пришлось терпеливо вынести. От примитивного примирения с изменениями в скором времени возникло желание жить в условиях постоянных перемен, что стало характерной особенностью современного человека. Придание мирского характера этим идеям и удаление их от источника происхождения могли сыграть очень важную роль. По мере развития науки тут же появился соответствующий пример. Еще в одном смысле христианское наследие тоже сыграло определяющую роль в судьбе европейцев после падения Византии. Когда те поверили в то, что они одни владеют им, или в действительности одни, поскольку видели мало смысла среди обычного народа славян, несторианцев или носителей коптского христианства, даже когда пришлось сойтись с османами в 1500 году, Европа оставила позади ощущение о средневековье, как просто о разрозненных остатках античности. Европейцы, Обратили взоры на новые горизонты и новые миры. Тем самым европейцы позднего средневековья освоили бесконечность в большей степени, чем могли на то рассчитывать. Все-таки подобные свершения требовали времени для своего достижения. В 1500 году было мало свидетельств того, что им принадлежит будущее под тем контактам, которые они осуществляли с другими народами, превосходство их выбора совсем не просматривалось. Португальцы в Западной Африке могли манипулировать коренными народами по своему собственному разумению, отбирая у них золотую пыль и рабов, но в Персии или Индии они встретили великие империи, зрелище которых часто ослепляло их. В полутьме зари современности – лучшим ключом к познанию сути первой цивилизации Европы остается вес религии. Религия в значительной степени обеспечивала стабильность культуры, постепенно подвергавшейся коренному изменению, но за исключением кратчайшего срока процессы перемен для большинства европейцев XV века остались незамеченными. Для всех людей главным определителем хода их жизни служила все еще медленная, но постоянно повторяющаяся смена времен года, ритм которой определял порядок работы и отдыха, нищеты и процветания, распорядка жизни дома, в цеху и учебы. Английские судьи и университетские учителя до сих пор работают весь год – Изначально разделенные по потребности участия в сборе урожая. Только в совершенно конкретной, долгой перспективе мы можем справедливо говорить о веках, в течение которых все это продолжалось, и о веках, так сказать, революционных изменений. Действительно, революционные изменения, даже самые очевидные из них, как рост города, начало чумы. Смещение одного благородного рода другим, сооружение собора или разрушение замка, все они происходили на удивительно неизменном внешнем фоне. Очертания полей, возделывавшихся английскими крестьянами в 1500 году, оставались такими же, какими их видели чиновники, составлявшие книгу судного дня больше четырехсот лет назад. А когда чиновники пришли навестить монахинь Лококского аббатства, чтобы ликвидировать их дом в 1530-х годах, они обнаружили, к своему изумлению, что эти аристократические особы все еще общаются между собой на нормандско-французском наречии, обычно использовавшемся в благородных семействах тремя веками раньше. О такой мощнейшей инерции надо помнить всегда, она выглядит тем более впечатляющей и авторитетной на фоне мимолетности жизни подавляющего большинства мужчин и женщин средневековья. Только в очень толстом культурном слое такого общества может прорасти будущее человечество. Ключ к отношениям того будущего с прошлым может находиться в фундаментальной христианской двойственности этой жизни и мира. Земной и небесной. Эта двойственность оказалась возбудителем огромной ценности, в конце концов утвердившейся в мирской жизни в качестве нового решающего инструмента, противопоставлением того, что существует и что может появиться, идеала и действительности. В нем христианство спрятало сущность, которую предстояло использовать против самой себя так как в конце появится возможность независимой решающей позиции с полным отрывом от мира Фоме Аквинского и Эразма Роттердамского, известного обоим. Хотя идея автономного критицизма будет зарождаться постепенно, ее можно будет проследить во многих отдельных набросках между 1300 и 1700 годами, но они только помогут показать еще раз, что острые разделительные линии между средневековым и современным являются вопросами описательного удобства, а не исторической действительности.